Доброй ночи, друзья. Слава Богу, что мы на этом месте в эту ночь. Пока не садитесь, мы сейчас будем молиться. Я хочу, чтобы мы сейчас сделали не совсем то, что мы делаем обычно. Я хочу, чтобы мы сейчас просто отказались от всего, что могло нас смущать за эту неделю, что могло влиять на наше настроение, на наше состояние, на наш стержень веры, все, что могло влиять. А тем более сегодня день поста был. Кто был в нем, в посте, то слава Богу. И после чего сказать о том, что я люблю тебя, Иисус. Интересный перевод есть такой, причем японский перевод, по поводу хвалы. Когда мы славим Христа, когда мы славим Бога, Он свой престол приносит туда. Это интересный такой поворот, да? Там, где мы Его поклоняемся и прославляем, Он туда приносит престол власти. Решать вопросы, решать все дела, которые нам кажутся невероятными. Но тогда, когда мы выражаем Ему свою любовь, выражаем Небесному Отцу, выражаем Иисусу, выражаем эту любовь движению Духа Святого в нашей жизни, то мы усиливаем этот поток. Любовь, она магнитит. Поэтому я хочу сейчас вот сделать вот эти два важных таких момента. С одной стороны, отказаться от того, что может быть, как цепи, как какие-то канаты, какие-то, может быть, бремена, что бы это ни было. Это могут быть и диагнозы, это могут быть какие-то информационные поля, это может быть что-то в семье, это может быть что-то просто в настроении. Что бы это ни было, мы сюда пришли решать Божьи проекты. Ох, как тихо мы сказали, друзья. Если мы понимаем, что мы пришли сюда решать Божьи вопросы вместе с Ним, у Него-то они решены. Он хочет взять нас в удел сегодня, чтобы мы были Его трубой, Его каналом, Его местом обитания, славы, где престол опускается и решаются вопросы. Потому что, друзья, пятница – это всегда стратегическое время. У нас есть много запросов личных, но у нас неделя целая для этого. Хотя, конечно, лучше в течение недели о стратегических вопросах решать, с Богом говорить. Как, знаете, бабушка Рихарда Бонги говорила, «Рихард, Господь великий, поэтому Он решает великие дела, и будь частью этих дел». Вот нам надо быть частью великих дел, потому что сегодня мы в таком стратегическом положении находимся, и как страна, и как сезон, как время человечества, что нам нельзя просто замыкаться на каких-то своих вопросах. Поэтому давайте все вместе сейчас, независимо от того, в зале или за пределами зала, давайте сейчас снимем эти бремена. Просто скажем пред лицом Божьим вместе: «Небесный Отец, я пришел сюда, чтобы быть в уделе Твоем, чтобы Ты взял меня, как ротоборец, стрелу, и запустил в цель, чтобы я была острой стрелой и поражала врага в голову. Поэтому прямо сейчас сними чужое бремя, сними всякий диагноз, все слова, все угнетения, все страхи я отдаю на крест, а взамен принимаю твое всеоружие, твое предназначение, твою любовь. И хочу сказать тебе, я люблю тебя». Я люблю тебя всем сердцем. Я люблю тебя всей жизнью. Наполни меня твоей жаждой. Наполни мои уста твоими речами, чтобы мне быть частью твоих великих дел в то время, где я нахожусь и где я живу. Благодарю тебя, Иисус, что ни одна молитва, ни одно слово, сказанное на этом месте, не будет расстилаться по земле, а поднимется к престолу славы, чтобы оттуда опустить на землю твои ответы. И я здесь, чтобы ты брал меня в удел. Благодарю тебя за это, Господь. И тебе одному поклоняюсь, тебе одному служу, и тебя люблю всем сердцем своим и всей жизнью своей. Во имя Иисуса Христа. Аминь. А сейчас, друзья, что я вам предлагаю? Когда я буду молиться, будьте активны в молитве, особенно когда молимся на языках. Дело в том, что сегодняшние процессы в нашей стране, в городе, на земле, они требуют Божьей мудрости. И Божья мудрость, она выражается всегда небесным языком, точно попадает.
Наше сознание может где-то что-то ограничить или, может быть, перейти какие-то границы наоборот. А Божье Слово и Божий поток всегда активен. Поэтому я прошу, чтобы мы с вами сейчас были активны в этой молитве. Сегодня у нас пост не просто пост, а для того, чтобы нам войти в новый сезон и как церкви, и как городу, и как страны, нам быть там, где Бог нас хочет видеть. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы сейчас, как Твой народ, взываем к Тебе и молимся. У нас есть Бог, который на небесах, и который первосвященник нашего исповедания. И поэтому пред лицом Твоим мы, Господь, можем утверждать и наступать на всякую змеиную природу, на всякую природу ада, которая поднимает свою голову. Майблат, Равира Камана, Гита Леварда, Глэрис, Антелегис, Плайс. И я прошу Тебя, чтобы сейчас огнем наполнились уста и дух, чтобы нам быть укрепленными сейчас от престола славы настолько мощно, чтобы каждое слово, сказанное пред Тобой, оно текло, как река. Майблат, Равира Камана, Гита Леварда, Глэри Плестеса, Лаварда, Гуратенда, Глари Плайс, а Ты гласу Твоему даешь глаз силы. Тайкенда, Суликлит, Лафарда, Гуратери, Палафира, Лапина, Палпайнеса, Майгат, Равира Клида, Палаварда, Гротестас, Майгут, Равира Клида, Сандеса. Когда здесь пели, прославляли, поклонялись Тебе, Ты престол свой сюда подвинул. Я благодарю Тебя, Блад, Джизас, Майгат, Алавина, Плайс. А где престол, там власть. А где власть, там решение вопросов. Там могущество Твоих ресурсов, которые не останутся лежать у Тебя в хранилищах, но будут высвобождены сегодня по нужде и по сердцу каждого. Но прежде всего я прошу Тебя, чтобы никто не оставался в самодостаточности или в самоправедности, или в каких-то позициях жертвы, но Ты дай нам войти в позицию ответственности. Мой блат, Равира Камана, Гита Ливерта Лайзер. А Ты сказал, что Ты гордому противишься, но смиренным даешь благодать. Поэтому мы пришли, чтобы сказать: Господи, мы оставляем любое тщеславие и гордость. Мы не даем ему приходить на наши уровни сердца и мысли. Мой блат, Равира Комана, Гита Ливарда, Глэри Пластасен. Но мы говорим: Боже, по слову Твоему, Ты сказал, если народ мой смирится передо мною. Мой блат, Равира Клида, Плада Блестасен. И кто именуется Твоим именем, пусть благость к смирению будет дана сейчас. Мой гад, Лавина Плида, Санделегис Клад, Сапира Крада, Фруда Спрайсер. Нам не все равно, что происходит в этом мире. Нам не все равно, что происходит с каждым из нас, потому что нам надо быть в обойме Твоей. Нам надо быть заостренными стрелами. Нам надо быть огнеопасны для врага. Мой бласса, рота, Санделегис Клад, Сапира Каливорда, Галапарта, Бредесен. Поэтому во имя Иисуса Христа, чтобы волны эфира в течение этой ночи наполнялись огнем славы, наполнялись Твоими, Боже, возможностями. Мой блат, Равира Камана, Гитали Парта Плес, чтобы вулкан взорвался. О, Гатрафта Дота Санделегис Клада Пледе Плайзер. О, мой гад, Алавина Поливарда Глэрисон, чтобы потряслось царство тьмы. Мой гад, Лавина Поливарда Глория Палапина Палпеда Тудайда Блессер. О, Джизус! О, Джизус! Мой гад, Равира Камана Гита Леварда Глореса, чтобы народ Твой на этом месте и за пределами этого здания находился сейчас в огненной позиции пред Тобою. Мой блат, Равира Камана Гита Леварда Блесса Лорисон. Мой гад, Равира Камана Гита Лепарда Пледа Плада Байзер. Пусть бодрость Духа, она придет сейчас. А кому необходимо получить рождение свыше, пусть приходит благодать Твоя на покаяние. О, мой гута Лавина Плайда Деста Сантелегис Клад Рапира Параварда Грода Спрейсер. О, О, Джизус, май гад, Лавина Поливарда Блессер. О, май гад, Лавина Поливарда Гитфейс. Я благодарю Тебя, что Твое Слово всегда попадает в цель. И оно тщетно к Тебе не возвращается. Оно делает то, ради чего послано. И я благодарю Тебя, что оно послано к народу Твоему. А мы берем это Слово в уста свои, чтобы выпускать его. Выпускать, как огненные шары. Выпускать туда, где дьявол собрал свои отряды. Посылать туда, где есть его скопление, Господь, оружие. Во имя Иисуса Христа, май Blessed God, Сапира Каливарда, Глэри Преда Прайс, чтобы всякое коварство, оно было сожжено огнем, чтобы все, что сейчас заражено нечистым духом Антихриста, во имя Иисуса, чтобы получало удар за ударом. Мой гад, Равира Камана Гейта Пладас, Сури Рапарда Фредасон. Мой гад, Равира Камана Гейта Пладас, Лаварда Глорисон. Доколе церковь на земле, пока еще есть молящиеся, пока есть еще ходатайствующие, у Тебя есть еще более и более возможности распространять Твое царство, пришедшее в силе. Мой гад, Равира Камана Гюта Ливерда Блессер. Поэтому мы не отдаем эту землю, мы не отдаем эту страну, мы не отдаем Тебе враг. Мой гад, Лавина Поливарда Грода Сентелегалавита Престас. Мой гад, Равира Камана Гюта Ливерда Платфайзер. Румина Камана
Гад, лавина поливорта, лапина палатасон. Майгад, травира, камана, нейза, лорисон. Майгад, травира, камана, кютали, парда, лапарда, лостас. Да коли дыхание в нас. Майгад, лавина, клайза, блес, да будет оно огненным. Ай, мента, сулекля, да вира, прида, прайс. И кого надо скинуть, си, пиди, сталов, скидывай, Господь, в эту ночь. Майгад, травира, поливарда, глори, 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 глори. Эй, воротандасон, тули, галпина, поливарда, гитфадасон. Майгад, травира, калиплис, лаплада, сулидасон. Дей дарапар тарабайдас. О, Jesus, my God, лавина плестасан. О, my God, лавина плида палаварда гитфайда глессар. Рубина гата лавина паливарда гитфайс. Лейта монда салибат пира парапар тарапин палпанда гестасан. О, Jesus, о, Jesus, my God, лавина клисты воскрес. Ты побрал смерть и ад. Ты победил, победил врата ада. И сказал, они церковь не одолеют. My God, лавина клида палаварда глорес. Церковь, в которой ты царствуешь. Церковь, который ты созидаешь, туда дьявол не может проникать, но получает удар за ударом по своей голове, удар за ударом по своим штаб-квартирам, удар за ударом по своим планам, получает в эту ночь, получит сполна. Майгута лавина каливарда глореса, дери парпрайс, арвира каливарда гитфейс, алпанда гота лапина палата плайда плада рутаса. О, Jesus, майгата лавина клайза, разжигай пламя славы твоей, разжигай, Господь, майгата лавина клари прей, арва Тарапира плей, чтобы была осязаемая слава и проявленная. Майгут лавина клида палеварда гитфайда дестас. О, Jesus, майгут лаварда глорисон. О, Jesus, майгут лаварда клапира парафардасон. О, Jesus, майгат лакина палеварда гитфейзер. О, Jesus, майкоман канда дестас. О, равира калеварда гитфайза лейтер. О, рамара тулиба сабисла плайда глайдас. Спасибо тебе, драгоценный, у тебя ничего не пропало. За все предыдущие годы, когда ты давал творить молитвы, когда ты давал созидать жертвенник, ты был всегда при нем, my God, лавина плайс, потому что ты первосвященник нашего исповедания. Я благодарю тебя за это, Боже. Я благодарю тебя, вот тебе наши уста. Но ты сказал, от избытка сердца говорят уста. Поэтому возьми сердца и очищай. Очищай прямо сейчас от любого сквернословия, от любого движения лжи. О, my God, лавина поливарда глори плайс, прикоснись углем от жертвенника, прикоснись кровью агнца, чтобы уста каждого человека прямо сейчас, независимо в зале или за пределами зала, получили очищающий процесс. Майгата лавина поливарда глори харапира палфеда тулиба сакина биткайна блессер. О, майгата лавина поливарда битфлайс. Когда руки Моисея были подняты, тогда побеждал Иисус Навин в долине Амалека. И я благодарю тебя, что нам необходимо его уничтожить до конца. Эту природу нечистого духа, эту природу уничижения, эту природу сквернословия и давления, эту природу насилия. Во имя Иисуса Христа и природу всякого извращения. Майгат лавина каливарда глори лапина палата плайда блессер. Румина гата лавина поливарда гитфайда латаса. Майгат равира камана ностас лапарда глори край. Лавита калипарда, лапина балата, плод сапира параварда, глори клестас. О, май гата, лавина клайзер. О, равира палаварда, гетфлида палаварда, витфайда блессер. О, май гута, лавина цайдер. Умножай жажду по тебе. Умножай любовь к тебе. Умножай любовь к слову твоему в каждом сердце. Умножай прямо сейчас, любимый. Мы пришли туда, где надо наполниться. Наполниться сердцем. Наполниться сосудом. Наполниться внутренним человеком. Наполниться от престола Твоей славы, от престола Твоей мудрости, который цари царствуют. My God, лавина клайзер, когда к ней обращаются. И я прошу Тебя, чтобы в жизни каждого из нас совет мудрости не проходил мимо. Лаварда кутелиба саплайз, и мы не проходили мимо того, что говорит мудрость наш дух. Поэтому принимаем прямо сейчас доступ к Твоей премудрости. Принимаем доступ и говорим, будь сестрою, будь советницей. My God, лавина поливарда глори калапина балета флэдеса. My God, Равира Клида Плайзер, Ромина Гата Лавина Палайзер, Плесса Ротасан, Майгут Равира Камана Гиталипарта Платфада Тудайзер, Румина Гата Лавина Каливарда Гитфайда Лессер. Господь, Твоя армия собралась в разных местах, но это Твой народ, это люди, взятые Тобой в удел для того, чтобы нам распространять совершенство Твое, распространять царство Твое, пришедшее в силе. Поэтому мы здесь, любимый, мы здесь, и руки наши подняты, и головы наши подняты, и глаза наши, они обращены к Тебе, не только на руку Господина, но на лицо Отца. Мой блат, Равира Камана Гиталиварда Блесса Лорисон, и я благодарю Тебя за действие и активацию ангелов Твоих в этой ночи. Я благодарю Тебя
супрайс лавита клада палаварда глориса. Майга травира кина балфедас лапарта лория карвира калфайс. О майгата лавина поливорда лапина палпледа туластас. О равира геркамана гита ливарда глериса. О майгата лавина поливарда гитфеда лапанда бладасан. Майгу травира камана гита ливерда лапинасан. Майгат раманда доча сантелигис клайс. А мы взываем и взываем, потому что ты дал нам право это делать. И ты сказал, не молчи, не молчи, но взывай, взывай, год Рафарда Глорисон. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, не умолкайте, не умолкайте. Байгат лавида плида сантули клайс. Доколе не будет восстановлен светильник. И нам нужен он восстановленный в стране. Нам нужен восстановленный в каждом городе. Нам нужен восстановленный в правительстве. Нам нужен восстановленный во всех министерствах. Нам нужен восстановленный светильник здравого смысла. Нам нужен восстановленный светильник твоей свободы. Нам нужен восстановленный светильник жажды по Богу. Нам нужен восстановленный светильник здравого смысла от небесного престола. Майга травира камена гители варда глори крабсет пледасан. Нам нужен свобода, свободный доступ к светилищу. Майга талавина клида палаварда глессер, где обитает твоя красота, где обитает твоя правда, где обитает твоя мудрость, где обитает твоя вечность, в которой мы скоро будем возвращаться. Но сейчас мы еще на земле. Сейчас у нас еще есть задачи, которые нам надо исполнить. И я благодарю тебя, Боже, что ты позволишь успеть это сделать. Не в беспечности ожидать твоего возвращения, но в готовности. Майгат лавина клида палаварда глерисон. А ты сказал, что плоды нам будут от тебя. И готовность мы принимаем с небес на землю. Готовность мы принимаем в одежды славы, входя и одеваясь. В одежды праведности принимая их от тебя. Майплата равира калипанда блессер. Румина гата лавина каливарда гет фактор кледасон. Майгат равира поливарда гет флида плежас. Айман давитули калипарда равира герклада платфайзер. И я благодарю тебя, что мы распечатываем колодцы праотцов. Мы распечатываем колодцы тех, кто был до нас и молился в этом городе. Их отдатайствовал. И я благодарю тебя за каждого из них. И я благодарю тебя за тех мужей, которые были связаны с правительством тогда, с царским родом. И я благодарю тебя за Бобринского. Я благодарю тебя за Корфа. Я благодарю за Пашкова. И я благодарю тебя за каждого из них во имя Иисуса Христа. Майкута лавина клида сейдас. Это богатыри того времени. Но нам очень важно, чтобы поднялись богатыри в современности. Нам важны сегодня эти процессы, преображающие сердца людей. Майгата лавина каливарда глори креда плайзер. И я благодарю тебя, чтобы вошли также в их труд, когда они молились и ходатайствовали за этот город и за страну. О, майгата лавина клайзер, когда делали они то, что могли. Я благодарю тебя за тот труд и почитаю твой труд в их сердцах. Почитаю, Господь, их труд в твоем царстве. Почитаю, майгата лавина клида палаварда глота пейса радосом. Я благодарю тебя, родной. И я благодарю тебя за тех женщин, которые тогда творили твою работу. Благодарю тебя за Черткову. Благодарю тебя, Господь, за Гагарину, за Левин. Во имя Иисуса Христа благодарю за тех, кто нам известны или неизвестны. За Шувалову благодарю, Господь. Благодарю, потому что это были люди веры. Потому что это были люди чести. Потому что это были люди, знающие трубный зов. Потому что это были люди, которые трудились в том городе, где мы сейчас живем. И трудились на размер всей страны того времени. Гудлапсен, Гледа, Палаварда, Глори, Крейсер. О, майгута, лавина, поливарда, гитфайс. Но я благодарю тебя, Боже. Если это было в 19 веке, то ты знаешь, как это сделать в 21-м. Ты знаешь, как поднять эту армию делателей. Ты знаешь, Господь, майгата, лавина, поливарда, Глери, Плайса, Донасон. О, майгата, лавина, поливарда, Глори, Плайса, Блесс. О, майгута, лавина, Плайзер. Не просто так. Министр путей сообщения тогда знал тебя. Это первый министр того времени по дорогам. А мы сегодня говорим, Боже, нам нужны дороги для населения. Нам нужны проложенные дороги в духе и в теле. Нам нужны дороги, которые нуждаются сегодня в твоих ремонтах. Которые нуждаются сегодня в твоих стыковках. Нам нужны сегодня такие дороги. Майгата лавина поливарда глори пласта спрейс. Поэтому мы принимаем помазание того министра Бобринского. Мы принимаем, Господь, на современность. Мы принимаем на министерство. О, майгута лавина плайза лорис крета плайз. Размножь, потому что ты сказал, если семя не умрет, то останется одно. Но когда люди умерли для себя,
И сейчас и физически они уже с тобой. Да не останутся они в одиночестве, но пусть они будут размножены в масштабе. Майгут лавира клида палафарда грода спрайсер. О, майгут лавина поливарда гетфедесан. О, майгат лавина каливарда глори плайсер. Благословен, благословен грядущий во имя Господня. Благословен грядущий во имя Господня. Потому что много лет назад ты дал мне, Господь, это услышать, что когда-то Александра Федоровна написала в своем дневнике из Амоса: «Не пощажу, потому что пережег кости царя Эдомского высвесь. Не пощажу». Ты тогда высвободил этот суд, но я просила тебя о милости и сказала: «Господь, какой смысл тогда молиться и ходатайствовать, если ты не пощадишь?» О, май гад, лавина пледа прайсер, о, равина курфана лапина глайс. И на этой неделе ты мне это напомнил, и я благодарю тебя, что мы сейчас можем встать в проломе и сказать: «Боже, пощади по милости твоей». То, что было написано в ее дневнике, то, что сегодня увековечено на Ганиной яме, а мы сегодня говорим: «Господи, а ты пощади по милости, как ты мне сказал, доколе не воскликнут благословен грядущий во имя Господня». И мы восклицаем все вместе: «Благословен грядущий во имя Господня! Благословен 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 грядущий во имя Господня!» Соедини, Господь, все эти слова, сказанные тобой когда-то, сказанные нами на Ганиной яме много лет назад и сказанные теперь вот в этом зале. Соедини все это в единый поток. Соедини, любимые, потому что нам важно, чтобы явилась слава твоя на этой земле. Нам важно, чтобы огненная стена окружила эту землю и куполом покрыла все города. О май гад, лавина поливарда глори пледа плайза лорисон. Нам это важно. Поэтому мы молимся не только о Санкт-Петербурге, мы молимся не только за Москву, а мы молимся за каждый город России. О май гуд, лафарда глори клайзер. Как бы ни была велика страна, но Бог наш великий и славный. Ты знаешь, как окутать твоей славой. Ты знаешь, как покрыть твоим куполом, при котором безопасность твоя усиливается, а опасность отправляется в стан врага. Май гад, лавина поливарда глори плестас. Поэтому, Боже, я знаю, если бы ты не пощадил, то от этой страны не останется тогда ничего. Но ты дал заблаговременно молиться, ты дал заблаговременно ходатайствовать. И мы сегодня продолжаем это делать и говорим: «Боже, Боже, пощади народ твой. Помилуй, Гасанда, Готалипанда, Блесса, Плори, Сарата, Прайсер. Помилуй, ты сделал нас ходатаями Нового Завета вместе со Христом. Ты сделал нас и поставил на это место, чтобы мы не молчали, чтобы мы взывали о земле нашей, чтобы мы взывали о народах, населяющих эту землю, чтобы, Боже, никто не погиб, но все достигли познания истины, чтобы никто не остался в атеизме, никто не остался в надмении гордости, никто не остался в своей позиции самоправедности. О, май гута лавина плада плестас, знай, что благость твоя приводит к покаянию, поэтому я прошу, пошли благость твою на каждое сердце, в каждую судьбу, потому что когда пелена слетает с глаз, тогда сознание начинает пробуждаться, поэтому сними это покрывало, сними пелену, сними все очки, которые были одеты когда-то в течение многих лет. Но я благодарю тебя, что время прозрения наступило. Время прозрения пришло. Время преображения, оно наступило до этой земли. И я благодарю тебя, Равира Крада, Блесса Лорисон. И я благодарю тебя, Супрайс Лавита Каливарда Глорисон. Я благодарю тебя, Супер Гутовой Макнедас. Аймэнда Супер Калавита Ледас. Лапрада Равира Каливарда Гутфайзер. Лапин Палфада Тулевита Клайзер. О, Джизус, май гада, лавина Паливарда Куротестаса. О, Джизус, май гута лавина Паливарда Глайса. Я благословляю твое имя среди нас. Я благословляю тебя внутри нас. Я благословляю тебя, любимый, май гута лапсен Гледас. Потому что это особое время. Это особое время, Гасанда Глори Клида Флайс. Это особый сезон, когда мы можем взывать тебя об исторических процессах, чтобы сегодня, в эту ночь, ты творил историю устами народа. Ты творил историю Духом Святым, населяющимся и в наших сердцах. Когда-то ты дал нам вдохнуть эту силу Святого Духа. Я благодарю тебя, Боже, а ты Духом твоим творил вселенную, Словом и
Духом Ты творил тот мир, в котором мы живем. А мы сегодня Словом и Духом хотим преображать эту землю, освобождать ее от накипи греха, освобождать ее от гнева, освобождать от насилия и извращения, освобождать от всего того, что дьявол навязывал многие столетия, многие десятилетия, но не вечно враг там, где он огустел. Ты сказал, что расчистишь своим ветром, потому что ветер твой и ветер перемен, он приходит в эту землю. Давайте, друзья, воспроизведем ветер перемен. Ветер перемен, ветер перемен. Каждый дыши на своем месте. Ветер перемен, который заходит в каждый дом, который заходит на каждую территорию, заходит в каждую квартиру, заходит в каждый кабинет власти. О, Дух Святой! О, Дух Святой! Этот же ветер перемен становится ветром воскрешения, ветром преображения тех, которые мертвы по человеческим меркам. А ты туда приходишь и говоришь: «Стань спящей! Воскресни из мертвых и осветит тебя Христос!» Майгата Лавина Фаливарда Глерик Лайзер! И я это слово высвобождаю в волны эфира! «Стань спящей! Встань, спящий! Воскресни из мертвых и осветит тебя Христос!» Майгата Лавина Каливарда Глория Пледа Плайза Лорисон! Майгата Равира Крайза Лейзер! Пусть ангелы твои протрубят в уши каждого, кому надо пробудиться от сна, кому надо подняться в моргах, кому надо подняться на полях битвы, кому надо подняться в госпиталях во имя Иисуса Христа. Встань, спящий! Встань, спящий! Встань, спящий! Время пришло, и Божья труба, она звучит. Майгата Лавира Каливарда Глори Плежесон. Майгата Равира Поливарда Блесса Лорисон. Спасибо тебе, любимый! О, слава тебе вечной! О, слава тебе неизменной в слове любви, Господь! Я благодарю тебя, Супергат Равира Камана Гита Липенда Бладесон. О, ты сказала и Ты только помыслил и сказал, что твое намерение не может быть остановлено. Поэтому, Господи, помысли о нас во благо в эту ночь и высвободи слово твое. Высвободи слово об этой земле. О, май гад, Лавина Плайза Лорисон. И то, что ты дашь сказать сегодня, это слово будет звучать. Это слово, оно останется во вселенной. Аминь, май гуд, Лавина Плайз. Потому что слово твое — это дыхание неба. Это мудрость Отца. Слово твое — это вечное присутствие. И ты оставил Твое Слово. Прости, что в этой стране уничтожали и запрещали Слово Твое. Прости, Господь, поэтому пришли туда, куда пришли. Прости, Отец мой, Майгата Лавина Плайс, и дай каждому осознать, где ставили запрет на Слово Твое, где ставили запрет на веру, где ставили запрет на распространение веры, потому что и на сегодняшний день в нашей стране существует такой закон. А я прошу, Господи, прости. Прости, Боже, Майгата Лавина Плайс, что принимали такие законы. Майгата Лавина Клада Пледа Плайса Лорисон. О, Майгата Лавардас, этот закон яровой, он также известен тебе, как он мешает и твоему царству распространяться. Майгат Лавина Клида Палаварда Глори Плестасон. Но я благодарю тебя, что есть закон от Бога пришедший. Я благодарю тебя, что для слова твоего нет уз. Для слова твоего нет уз. Оно проникает в каждый дом. Оно проникает в тюремные камеры. Оно проникает в судьбы человеческие, меняет и преобразует. Потому что это твое слово. И если оно вышло из уст твоих, то уже никто это не может остановить. Я благодарю тебя за это, Боже. Я благодарю тебя, что мы снимаем все запреты для твоего слова в этой земле, потому что пришло время, чтобы распространилась слава твоя. Не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь. А если духом своим ты сражаешься, то надо, чтобы дух слова твоего выходил из уст народа, чтобы этот дух слова проникал в каждый дом, проникал в каждое сердце, в атмосфере исцелял ее. My God, Lavina Clida Palavarda Glory Clida Pleasant. Армарда Витали Каливата Рета Сейт, Алпина Калфада Тулиба Сакладфадас. Я благодарю Тебя, Боже. Я благодарю Тебя, что мы к Тебе взываем. Когда народ Твой, живущий в этой стране, он желает блага своей земле, желает благословения жителям этой земли. Да, сегодня, Господь, в процентном отношении еще так мало знающих трубный зов, еще так мало знающих Тебя лично. Уже умножается число тех, которые считают себя христианами. Но как еще далеко это от сути вещей, когда есть традиции, но нет сути отношений. Но я прошу Тебя, Господи, чтобы живые отношения выстроились независимо от конфессии, независимо от церкви нахождения, но чтобы сердца людей жаждали Тебя. Поэтому я прошу об этой жажде, воспроизведи ее в каждом сердце и дай понять, что любовь к Богу — это реальность на земле. Любить Тебя всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, всей силою своей. Гасанда, Глория, Калапина, Бладфайда, Лайзер.
Поэтому еще раз хочу сказать, Господь, о себе, о своей любви к Тебе. Я люблю Тебя, любимый Господь. Я люблю Твое отцовское сердце. Я люблю Твою заботу. Я люблю Твою, Господь, суть. Суть любви, суть вечности, суть верности. Я выражаю Тебе эту любовь своего сердца к Тебе. Но я желаю, чтобы ни один человек не оставался равнодушным, а сказал Тебе, даже если он Тебя не знает, помоги познать Тебя. Помоги узнать Тебя лучше, чтобы полюбить сердцем. О май Гуда лавина плада плайза лорисон. Господь, но при всей любви в сердце к Тебе, пусть страх Господен почиет на каждом человеке, потому что это сокровище для народов, потому что это сокровище для каждого из нас, потому что это начало мудрости, страх Господен. О май Гуда лавина поливарда блесса лорисон. Тогда безумие оставляет, потому что безумный говорит в сердце своем, нет Бога. Ты так определяешь людей, которые так называют и отрицают Тебя, что это безумие, которое приводит к последствиям, последствиям разума, последствиям мозга, последствиям тела. Майгата лавина клайс, потому что безумный работает против себя, а мудрый он созидает свою судьбу, он созидает храмину тела своего. Майгата лавина клата плайзер, потому что это место, где обитает слава Твоя, где Ты захотел жить Духом Святым. Поэтому всякий чуждый дух убирается с территории, если пришел Ты Духом Своим. Майгат лавина клида палаварда глори плеста плайзер. О майгата лавина плада платартасан. О майгута лавина кали Варда Глори Плайс. И мы в эту ночь ждем чудеса. Мы ждем Твои чудеса, любимый. Как остановить все, что смертоносное. Как превратить в ничто все замыслы врага. Мы ждем от Тебя, Боже, такое проявленное чудо на земле. Майгут лавина плида пласта сэвэ сутайзер. Румина гата лавина калафарда глайда блессер. Румина гата лавина кенфэда тулибаса плайс. Аймена тулибаса кюра геркрадасан. Аймена тулибаса кюра герклит лафлада глайда блессер. О, равира гарпреда пласт. Господь, наши руки открыты, чтобы Ты сюда вошел своими новыми потоками излияния. Майгат лавина клида плада плайс. Потому что от рук Твоих лучи и здесь тайник силы. И наши руки открыты, чтобы Твоя рука прикасалась прямо сейчас. Чтобы тайник силы Твой перешел в наши руки, когда мы их поднимаем, когда мы кладем на больных, когда мы кладем на детей и благословляем их, чтобы наши руки источали небо, источали Твои возможности. Мой блат равира камана киталеварта пледа плайсер, румина гата лавина келета селебис плайс, армина плодосен, армира плодосен, гудвойма камана китали пледосен. Я благодарю Тебя, я благодарю Тебя за силу Твоей жизни, за силу Твоей святости. Мы ставим сюда наших близких. Мы ставим сюда всех своих детей и внуков. Мы ставим сюда тех, кто нам дорог. И мы говорим, Господи, а мы отдаем под защиту неба. Мы каждого из них отдаем под защиту славы Твоей, под защиту любви Твоей, под защиту заветных отношений. И я благодарю Тебя за это, Гота Сантели Глайс. Я благодарю Тебя, когда у нас скоро приближается крещение, когда люди будут принимать завет с Тобой, то я хочу, Боже, благословить каждого, кому надо быть в этом числе. Лори камана гитали варда блесса лорисон. Майгат равира камана гитали варда бласса. Я благодарю Тебя, что будут окунаться не просто в воду, но оставлять там все греховные последствия, все греховные предыдущие причины. Майгат алавина плайс, чтобы воскрешать к новой жизни, чтобы подниматься новым творением, чтобы подниматься людьми, объятыми заветом небес, объятыми славой Твоей, чтобы по этой жизни идти и утверждать завет. Майгат лавина клида пледа плайса лорисон. Поэтому я сейчас благословляю тех, кому надо окунуться в эти воды, в воды жизни, но чтобы там оставить, как погребение, все то, что должно там остаться. И невежество, и неверие, и болезни, и все страхи, и всякая отверженность, и всякие зависимости, чтобы они оставались там и больше не поднялись. О май гад, лавина каливарда глэри пласта спрейс. О, Джизус. О, Джизус. Майгат равира клида санто лейтер. Орвер фактор колобита плайс. Когда-то страна принимала крещение, как страна. Поэтому, Господи, прости за отступничество, потому что в Завете есть две ответственные стороны. Не только Ты, но и люди. И мы сегодня наследники того, что было, происходило много лет назад, в 9 веке. Но я благодарю Тебя, Ласта Седесом, 10-м. Майгата лавина клида фалекрета плайс. Я благодарю Тебя, Супергутра фарда глорисон. Я благодарю Тебя, Супергатра вира камана ностас плайзер.
Я благодарю Тебя, Боже, что мы сейчас живем уже в 21 веке, когда 11 веков или почти уже 11 век, когда стране надо было войти в полноту результатов, а она вошла в невежество и в отрицание Тебя в 20-м столетии. Прости за это, Господи. Прости за это, Господи. Мы сейчас, как дети Завета, приносим покаяние за эту землю. Приносим покаяние за эту страну. Майгата лавина поливарда глори пледа сулапсет платфайзер. Потому что иначе стране не выбраться из тех мест, где она оказалась. Майгута лавина клада плайза лорисон. Поэтому мы хотим не просто формально говорить с нами Бог, а мы хотим знать, что с нами Господь. Потому что Господь с вами, когда вы с Ним, говорил пророк. И мы принимаем от Тебя это слово, чтобы нам быть с Тобой, чтобы Ты был с нами. О, майгата лакина поливарда глори плайда сетер. Майгу травира клида пласта тейсер. Боже, 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 во время битвы мы вызываем Тебе. Во время опасных зон мы возвышаем голос Свой. И я благодарю Тебя, что сегодня вместе с Давидом мы можем сказать то слово, которое выражает сегодняшнее состояние. Это 85-й псалом. Я благодарю Тебя, Иисус, что мы можем сказать, молитва Давида — это и наша молитва. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ. Дай каждому человеку признать свою нужду в Тебе, потому что блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Пусть признает каждый из нас сейчас эту нужду умноженного Духа Твоего внутри нас. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Несмотря на то, что он был царем, он мог говорить: спаси раба Твоего. Несмотря на то, что он был помазан, он признавал власть Божью в своей жизни, уповал на Него. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день, не только в пятницу, не только в воскресный день, каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и много милостив ко всем, призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли глазу моления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Пусть страна сейчас это сделает. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы, Тобою сотворенные, придут и поклонятся пред Тобой. Сколько народов населяет нашу страну, пусть все придут и поклонятся, Господи, и прославят имя Твое. Ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно, ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Какое славное откровение, друзья, для каждого, кому это важно утвердить. Ты избавил, не избавишь, а избавил. Избавил меня, душу мою, от ада преисподнего. Боже, гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей. Не представляют они Тебя пред собою. Но Ты, Господи, Боже, щедрый и благосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный. Презри на меня и помилуй меня. Даруй крепость Твою рабу Твоему, и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо. Да видят ненавидящие меня и устыдятся. Потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня. Слава Тебе, Господь, что Ты знаешь, как утешать каждого. Слава Тебе, любимый, потому что Ты знаешь, как помочь в это непростое время. Я благодарю Тебя, любимый Иисус. Я благодарю Тебя за силу Твоего воскресения. Я благодарю Тебя за силу Твоей жизни. И мы можем утверждать, и мы можем это делать каждый раз, когда мы прикасаемся к Твоему Слову. Это стрелы, это голос власти, это голос Духа Святого. Я благодарю Тебя, родной мой, Гуталавина Клада Плежесон. Я благодарю Тебя, что тот, кто в нас, больше того, кто в этом мире. Я благодарю Тебя, что тот, кто помазал нас елеем хвалы, елеем славы. Ты хочешь, чтобы престол Твой постоянно был среди нас, и мы этого хотим.
Мы говорим: Господи, подвигни престол Свой, поставь Его среди нас прямо сейчас. Поставь, чтобы мы прославляли Тебя всем сердцем, поклонялись Тебе Духом Святым внутри себя, потому что Ты ищешь поклонников, кто будет поклоняться в Духе и в истине, чтобы молитва стала вожделенным временем провождения с Тобою. О, май гута лавина книга пледас. Папочка, родной, любимый, верный, вечный, животворящий, говорящий, слышащий и отвечающий. Если Ты сделал нас способными слышать не только физический мир, но и духовный, то насколько Ты нас слышишь, даже биение сердца Тебе известно. Поэтому пусть сейчас каждое сердце биение прославит Бога твоего, прославит Господа своего, каждое сердце биение. Любимый, слава Тебе за все. Слава Тебе, драгоценный. Мы Тебе одному поклоняемся и Тебя прославляем. И Тебя превозносим. И сейчас еще поклонимся Тебе в этот час. Прославим Бога нашего вместе с небожителями, вместе с ангелами, с херувимами, вместе с серафимами. Мы хотим Тебя прославлять. Мы хотим оживлять то, что мертвое. Мы хотим воскрешать вместе с Тобой то, что когда-то ушло с этой земли, а сейчас время пришло возвратиться. Я благодарю Тебя, Дух Святой. Ты знаешь, как Ты это делаешь. Я возвращаю тех, которые сейчас оказались в сложных ситуациях. Может быть, кто-то оказался взрывной волной накрыт. А мы говорим: Господи, а Ты достань из любых окопов, достань из любых завалов, достань, Боже, my God, a lavina place, потому что это ночь чудес. Это время чудес. Это время Твоего творения. Это время Твоих действий. Это время выхода из того места, где оказались Майкамана Гюта Липина Плайза, Лори, Караминда Дайза, Ретаса, Майгута Лавина Плида Фласт. И я благодарю Тебя, что Ты с каждым знаешь, как поговорить, чтобы вернуть человека на эту землю с пониманием ценностей, с пониманием смысла жизни и бытия на этой земле. Господи, если бы люди понимали, для чего они здесь, если бы донеслась эта добрая весть до каждого человека, что у каждого есть призвание, а самое главное — быть готовыми войти в вечность вместе с Тобой. Не оказаться в вечности вне Тебя, потому что кто-то исполняет призвание, но не знает Тебя и не получил спасения. То я прошу Тебя, Господи, яви свое благоволение в том, чтобы открылись глаза слепых и уши глухих отверзлись, чтобы стали слышать Тебя, говорящего Бога, лично каждому. И мы славим Тебя и превозносим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы превозносим Тебя. Мы превозносим Тебя над всеми ситуациями и обстоятельствами. Мы превозносим Бога вечности, Бога любви. Мы превозносим вместе с теми, кто был до нас в истории, и кто в современности вместе может объединять голоса. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе! Присаживайтесь, друзья. Славьте Господа, это 117-й псалом, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Это такой старт псалма, который наполнен очень разными состояниями и настроениями, но начинается с того: «Славьте Господа». Поэтому у нас сегодня, может быть, тоже очень разное состояние, переживания по разным вопросам. А тем более, когда мы говорим о стране. Кто знает или помнит такое пророчество, что когда страна будет окружена со всех сторон, тогда начнут люди взывать к Богу? Кто-то помнит такое? Я не помню, к сожалению, может быть, кто автор или через кого Бог это сказал. Но сейчас то время, когда нам очень важно, чтобы не на человеческую суть уповать. Вот 117-й псалом как раз говорит нам, а на кого же нам уповать? Куда нам свое направлять сердце, состояние, веру, упование? И вы знаете, тогда, когда начинаются трудные моменты, тогда и проверяется настоящая вера. Когда люди начинают в трудностях отворачиваться от Бога, либо в трудностях говорить: а где же твой Бог или где ваш Бог? Как-то так интересно, они говорят: где мой Бог, а где ваш Бог? То наш-то Бог на троне, и Он царствует. Но Он обязательно достигает свою цель, ради чего Он допустил то или другое.
И если это не будет достигнуто как цель, то можно на самом деле вообще исчезнуть. Помните, когда Бог говорил, что городам, даже Сидону и Тиру будет лучше в тот день суда, да? Потому что в Капернауме было явлено столько славы, а народ не покаялся. То нам сегодня важно, чтобы в нашем городе, в нашей стране, во всех городах являлась слава Господня. Но чтобы она являлась, нужны антенны. Это Божьи люди, которые сердце имеют открытое пред Богом, и антенна рабочая. Не тогда, когда люди прикрываются своими, может быть, предками, своими традициями, своими какими-то историческими вещами. В истории много было доброго. Но мы опираемся на историю, если в чем-то, то показываем, что Бог наш верен как тогда, так и сейчас. Мы не просто киваем на историю, вот там было, значит, и здесь будет. Здесь будет тогда, когда у нас будет то, что было в тех сердцах людей, которые уповали на Бога, невзирая ни на что и ни на кого. И вот в этом псалме очень хорошо здесь написано: «Да скажет ныне дом, я хочу поставить сюда России, он благ, ибо вовек милость его». Да скажет ныне дом Ааронов, а я скажу как раз все, что связано с церковной жизнью, там, где есть знающий Бога, ибо он благ и вовек милость его. Да скажет ныне боящиеся Господа, он благ, ибо вовек милость его. Из тесноты воззвал я Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Я уже рассказывала тот пример, когда была в отпуске много лет назад. Это было начало 2000-х, и мы оказались на одном евангелизационном мероприятии, как конференция, даже не евангелизационная, а просто конференция в том месте. И пришла депеша, это была не совсем наша территория российская, но, однако, там те же законы, такое, скажем, противостояние было. И на одного человека, который вел эту конференцию, пришла бумага откуда-то с центра, чтобы не дать ему зал. А уже зал снят был, и снят был местными церквями, местными людьми. И народ забился в фойе, потому что в зал не пускали. И в фойе было просто, вот стояли плечом к плечу, потому что людей было очень много. И подняли одного, кто стоял, подняли на стол, на такой высокий. И он оттуда предложил всем вот эти слова петь: «Славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его». Давайте скажем все: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Еще раз. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». И вот это пели в течение получаса, не останавливаясь. Только эту фразу. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». До тех пор, пока не позвонили в администрацию, не знаю, кто уже звонил, позвонили и сказали: «Дайте зал». И вот это был такой прорывной момент интересный. Это было все, что называется, в моем присутствии. Я это видела, я понимала, как это работает. И иногда вот мы скажем: «Славьте Господа, ибо вовек милость его», и замолчали. Надо говорить до тех пор, пока прорыв не будет. И произносить, особенно тогда, когда идет речь о чем-то очень большом и великом. Ведь это же битва идет прежде всего в духовном мире. И когда мы превозносим и славим Бога, туда опускается престол. Еще раз, да, возвращаюсь к этой мысли. А раз он туда пришел, то он будет наводить порядок. А нам кажется, я один раз сказал, и достаточно. Но если ты веришь, во-первых, даже для того, чтобы твоя собственная вера поднялась, надо говорить не один раз. Потому что иногда самого себя надо убеждать в чем-то. А уже в духовном мире, чтобы пройти какие-то обстоятельства, то там надо это произносить не один раз. Поэтому давайте мы еще раз скажем: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». «Славьте Господа, вся страна, ибо вовек милость Его». «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». И болезни тают. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». И воскрешаются мертвые Господа, ибо Он благ,
ибо вовек милость Его, прорыв приходит. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, вся страна, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, малые с великими, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Приходит прорыв туда, где не было. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Спасибо Тебе, Отец, спасибо. И потому мы можем говорить. Из тесноты возвал я Господа. Давайте вместе будем говорить. Из тесноты возвал я Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Нам сегодня нужно пространное место. Господь за меня. Не устрашусь, что сделает мне человек. Давайте еще раз эту фразу, друзья. Когда Господь за меня, что сделает мне человек? Господь мне помощник. Буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. А дальше прям картина маслом про сегодняшний день. Все народы окружили меня, но именем Господним я не сложил их. Еще раз. Но именем Господним я не сложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я низложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь. Он соделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот враги Господа, праведные войдут, врата Господа, праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался головою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Сей день, и скажем, сию ночь, сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся воной. О Господи, спаси же! О Господи, поспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господня. Сегодня мы это уже произносили. Благословляем вас из дома Господня. Бог Господь и осиял нас. Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника. Ты Бог мой, буду славить Тебя. Ты Бог мой, буду превозносить Тебя. Буду славить Тебя, ибо Ты услышал меня и соделался моим спасением. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Вы знаете, друзья, у нас есть задача сейчас остановить все, что несет с собой смертоносное, кровопролитное. Ну и на это утро на Урале пойдут на горы
молиться с высоты в Златоусте. Там есть две горы, кстати, мне когда-то пришлось быть на одной из них. И там очень много собираются оккультные практики. Там вот специально есть такая высота определенная, куда собираются. Мы тогда не успели туда подняться, потому что у меня был семинар, мне надо было вернуться, а идти в гору, куда уже нельзя на машине проехать, надо было очень далеко. И я помню вот это вот состояние, что в эти горы надо еще, чтобы, если не я, чтобы кто-то поднялся. И вот сегодня утром этот подъем будет. Просили тоже молиться об этом месте. И я хочу сейчас помолиться и за ситуации, которые есть в стране, потому что окружили со всех сторон, страхи нагоняют, опасности различные. Они реальные, но для нас есть возможность уповать на Бога, невзирая на то, что мы слышим или не слышим, зная, что сегодня церкви Бога живого надо подниматься. Вы знаете, вот я хочу молиться за церковь, за церкви или за церковь Божью, она все равно одна. Сколько бы ни было разных направлений, особенностей географических, конфессиональных, но вера в живого Бога, она одна. Вот если вера во Христа и принятие жертвы Христа как спасительной жертвы, которая позволяет каждому из нас стать частью Бога на земле, потому что часть Господа – его народ. И вот тогда, когда мы становимся его народом и стали частью его на земле, то очень важно уповать на Бога, невзирая на лица, невзирая на ситуации, невзирая на то, что говорят о нас или говорят нам, невзирая на это или даже что мы подчас говорили, мы продолжаем уповать на Господа. А уповающие на Господа не останутся в постыжении. Поэтому, друзья, пусть упование в нас поднимается, а церкви выйдут из всякого местечкового мышления. Слава Богу за те церкви, которые уже это делают, которые молятся масштабно, которые прославляют глубоко, которые раскидывают шатры без всякого стеснения. Слава Богу, они есть. Но я хочу, чтобы все, кто именуется именем Господним, оживали и вставали в строй. Пришло время сейчас уже больше не спать, потому что, вы знаете, спящие спят ночью. Но тогда, когда время битвы, когда время Божьей борьбы, даже вот мы в ночь, и то мы стоим сейчас перед Богом, потому что нам не все равно, что происходит. И я благодарна каждому из вас, кто это делает, кто с нами на связи. Я благодарю каждого, потому что сейчас каждый голос важен. Каждый голос важен, потому что это визитная карточка личности, когда я высвобождаю этот голос и говорю: «Я здесь, Господь». Помните, когда-то Бог сказал: «Адам, где ты? Сохрани нас, Господь, чтобы когда-то в наш адрес прозвучало такое слово от Бога. Где ты?» Вот сказать: «Вот я, Господи, я уже здесь. Я там, где ты хочешь меня видеть. Я хочу быть в центре твоей воли. Я хочу исполнить все, что ты обо мне мечтал и сказал. Я хочу делать то, что ты поручил. Вот я». На каждый его зов сказать: «Вот я, вот я». А не там, где ищет: «Адам, ты где вообще? Я спрятался». Да сохранит нас Господь от таких пряток, потому что время сейчас очень ответственное. И Господь говорит: «Я искал у них человека. Я искал. Кто бы встал в проломе за землю?» Но тогда он не нашел. Пусть найдет в нашем лице не одного, а десятки, сотни и тысячи людей, которые станут армией Христа последних дней, многочисленный и сильный народ, которого еще не знала земля. Поэтому я хочу сейчас об этом помолиться, а потом перейти к теме, которая касается экологии, касается детей, касается подростков, вот о чем у нас был лагерь, выезд, вернее, это лагерем не называем, но выезд был. Давайте поднимемся сейчас, о стране нашей возвышаем свой голос. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что наш голос, он весом. Потому что вес мы принимаем не от своих усилий, а вес мы принимаем от Тебя. Дух Святой, я Тебе очень благодарна за то, что Ты делаешь и будешь делать. И все, что сейчас смертоносное и опасное, а мы говорим: стрелы не кинет, и не влетит, и не войдет, потому что купол Господен мощный и сильный. А мы уповаем на такого Бога, который сказал устами Давида, что мы сейчас произносили: «Славьте Господа, и Он благ». Ибо Он благ, ибо вовек милость Его. И мы принимаем эту милость. И все, что мы сейчас сказали, эти слова имеют вес и значение. Эти слова не исчезают во Вселенной. И в наших устах мы их сейчас высвободили.
И сказали, даже тогда, когда окружили со всех сторон, тогда, когда толкнули, чтобы упали, а ты поддерживаешь, а ты выходишь навстречу, а ты тот, который сказал, ты ко мне взывай, а я буду творить. Я буду творить великие дела. И я благодарю тебя, что ты знаешь, как поднимать сегодня повсеместно людей, чтобы церкви оживали, чтобы церкви не были формальными, чтобы церкви не были просто закрученными в какие-то свои заботы. Поэтому, Боже, мы тебя просим, чтобы церковь твоя повсеместно поднялась, как церковь Иисуса Христа, потому что это твоя церковь, это ты сказал, я ее создам, поэтому это твоя прерогатива, и мы, Боже, не судьи братьям или сестрам, а мы просто голос свой возвышаем к твоему отцовскому сердцу и говорим, Дух Святой, работай и пробуждай, преображай, и я знаю, что ты в одно мгновение можешь заполнить все залы города, все площади города, в одно мгновение ты можешь это сделать, но сейчас мы молимся, чтобы церковь была готова принять, расширена все своими сердцами, сердцами, расширена своим внутренним миром и твоим репертуаром неба. My blessing gutalapset ledaflizer. Lorie kamena tuliba sakira girkamana gitalivarda gladfadasen. Поэтому мы встали под твой покров. Мы встали туда, где нам должно стоять, чтобы сказать, а я нейтрализую замыслы врага. А я нейтрализую его смертоносное оружие. А я нейтрализую и говорю все связи между компьютерными процессами и волнами, которые связаны с ракетами, которые связаны с различными дронами, связаны с беспилотниками. Все эти связи мы просто разрубаем во имя Иисуса Христа. Мы просто превращаем в ничто все эти завязки. Майгата, лавина, поливарда, глория, карапира, палаверда, глери, крата, плезас, арбита, поливарда, гитфактор, кледа, плида, палаварда, глори, крайс, армира, поливарда, гита, лепарда, пледас, места, море, санта, верис, энда, блессер, ора, виткамана, гита, лепарда, лори, креда, плайза, лори, карфида, тайс. Волны эфира — это твои волны. Поэтому мы сейчас их наполняем твоим движением, наполняем твоей славой, наполняем твоими возможностями, и ангелы идут, и все взаимосвязи разрушают, превращают в ничто. Майгата лавина клайс, и посылаем панику в стан врага. Майгата лавина поливарда глери крейс, и на всякую змею мы наступаем. Майгата лавина клайзер, и всякую голову отрубаем. Рабита гута лапсет лейс, мечи заострены и высвечены. Аймена тулайс, они сверкают, как молния. Майгата лавина каливарда глейс, приговор Вавилону вынесен. Майгата лавина каливарда блесса лорисон. Майгата лавина каливарда глари престас. Майгат лавина каливарда клот фида лайзер. А ты глазу твоему даешь глаз силы. И твоя десница полна силы. Майгата лавина каливарда глори парапарта плестер. И все, что мы прочитали, оно рабочее. Оно рабочее. Твое слово не остыло. Твое слово не отодвинуто. Твое слово не устало. Оно продолжает работать. Майгата лавина каливарда глари клайса плежас. И ты сказал, что мои пути выше путей ваших. Мои мысли выше мыслей ваших. И как твое слово, Господь, тщетно к тебе не возвращается, то мы говорим, что это слово, оно работает, оно поднимается на высоту, оно оттуда опускается ответами. Я благодарю тебя за ангелов, которые в этой ночи работают. Я благодарю тебя, что твоя армия высвобождена. Твоя армия высвобождена. Как поднять тех, которые, Господь, оказались убитыми? Как восстановить то, что оказалось раненым? Как восстановить и возвратить то, что является жизнью твоей? My good lavina plida plata pleda plastasan. О, my God, lavina calivarda glory laser. Я сейчас всякую оккультную практику объявляю ничтожной. Прямо сейчас объявляю тебя ничтожной. Майгата лавина каливарда глория карапира платфада дестас лайзер. Ничтожна практика оккультного мира. Ничтожна практика сатанистов. Ничтожна. Майгата лавина клейс. Потому что союз со смертью рушится. Договор с преисподней не может состояться. Когда есть договор с небом у нас. Майгата лавина каливарда глория клида плайса лейсер. И ты знаешь, как поднять твою армию делателей. Как поднять. И ты сказал, молите господина жатвы, чтобы он высылал делателей на него. И мы молимся, Боже, чтобы умножалось число молящихся, умножалось число ходатаев, умножалось число делателей, администраторов неба на земле. Аллилуйя, майгата лавина поливарда битфрит арпрада глори кледа пласта спрейсер. Аллилуйя, Джизус, да поднимутся твои командиры, да поднимутся твои делатели, да поднимутся твои начальники от небесного престола, которые знают, что и когда делать. Майгата лавина клайса, лори карапира плайс, из числа и сынов из Сахаровых. Поднимайтесь, делатели, поднимайтесь. О, майгута лавина, поливарда блесса, лори, карабира, керфада, лапсет, лейс. Боже, я благодарю за ангелов, которые идут и снимают наручники. И я благословляю вас, ангелы, снимайте наручники, освобождайте руки. Руки тех, кому надо делать дело. Освобождайте от лжи, освобождайте от плена. Выводите на свободу. My blessing got us, exit fries. Пусть вырастают недостающие органы. Прямо сейчас я объявляю рост этим органам. My God, лавина.
лавина каливарта крота сантели галпина поливарта гитфата дестас лайта плидасан. Май гата лавина каливарта клори карапира парфеда лори карабира клайзер. О май гата лавинас огонь, огонь, огонь Святого Духа разгорается на тех местах тела, где необходимо вырастать органам новым, 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 рукам и ногам, глазам и ушам, носам и всему тому, что повреждено. Май гата лавина каливарта глори крата прейда 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 прейда. О рапира палаварда грейта крис арпарда вита лепарда клори клада бита плайза лотоса дели глайз. Я объявляю рост. Май гата лавина плейс, потому что в одну ночь расцвел жезл Аарона, расцвел жезл за одну ночь. Май гата лавина каливарда глесса плайс, поэтому органы вырастают за одно мгновение, прикосновение небес к земле, к человеческому телу, и меняется, меняется, меняется структура. Май гата лавина поливарда глори карапира палфада тудай за блессер арманда виталика лабита гетфада доста спрейс. Я просто высвобождаю с земли, с небес на землю твои ответы и твои возможности. А с земли на небеса идет вера, идет упование, идет молитва. Май гата лавина каливарда глесс, и канал открыт. Канал открыт, и хранилище небес опустошаются для земли. Аминь. Май гута лавина паливарда глори плесса прайда гродос. Потому что ты сказал, будет вам, что вы скажете. И мы говорим, жизнь и умножение, жизнь и умножение, жизнь и умножение, жизнь и выращивание тех органов, кого не достает. Май гата лавина паливарда гитфактор кледа пласта трейдер. И говорю, дьявол, отдай нас. Отдай назад все, что украл. Отдай назад. Ты не можешь удерживать майгабата либо запис палфада тулапса тлатфайзер. О, романа тулибаса кирагер клезер. Я благодарю тебя, Дух Святой. Я благодарю тебя за твою силу воскресения, за силу жизни, за силу победы и за силу результата. Все это принимаем от тебя. Даже тогда, когда окружены со всех сторон. Но ты, Господь, дохни, и они, Господь, все растают от лица твоего. Аллилуйя. Все растают от лица твоего. Его, Господи, майгута лавина плада плайса лорис, как снег тает от лица солнца, так дорастают, дорастают, дорастают от лица Господнего все, которые пытаются наступать, все, которые пытаются устрашать, те, которые пытаются в надмении своем гасанда глэрис говорить какие-то слова, а ты, Боже, даже в спальнях слышишь, что говорят, майгута лавина плада плайс, потому что от тебя ничего не сокрыто, и я благодарю тебя, зайди в каждую спальню, зайди, Господи, как мы просили раньше, так и продолжаем просить, чтобы ты заходил в спальни царей, чтобы ты заходил в спальни кабинетов власти, заходил, Господь, и разбирал сам те вопросы, которым надо принять свет от небесного престола. Поэтому, Дух Святой, мы тебя приглашаем и говорим, ты сказал когда-то мне, Боже, что я зашел в управление этой страны. Поэтому, Господи, управляй, управляй решениями. Ты знаешь, какие решения я не пропускаю. Ты знаешь, что ты мне сказал, а это не пропускай, и я не пропускаю. Поэтому во имя Иисуса Христа да будут жить жители этой страны. Да будут они живы и да будут они сохранены тобой. Май гута лавина клада плайс. Я вообще молюсь за жизнь народа в Господе. Май гата лавина клайс. Когда-то Есфирь, когда-то Мардахей молились и сказали, а мы проданы как страна. Поэтому ты знаешь, кого продали. Ты знаешь, какие страны, какие народы, какие нации попытались продать. А мы говорим, Господи, от твоего креста во Христе Иисусе достаточно, чтобы люди не погибали, тем более полностью нациями. Поэтому, Боже, мы тебя просим о сохранении жизни. О сохранении жизни мы просим тебя во имя Иисуса. Май гата лавина поливарда блесса лорисон. Май гата лавина клайс. Потому что мы за людей молились и молимся. Нам не все равно, что происходит с людьми, которым ты предназначил жизнь и дыхание. О, май гата лавина каливарда глори пласта спрейсер. Спасибо тебе, любимый и родной. Слава тебе, вечный и животворящий. И прямо сейчас я благословляю, чтобы, Господь, то, что надо нейтрализовать, накрыть, Господь, все, что является скопищем, скопищем смертоносности. Приди туда, Боже, просто взглядом твоим приди, и уже не останется ничего. Потому что от очей твоих металл плавится. Если ты посмотришь, то разгорается такой огонь, который сжигает все, что является смертоносным. Май гата лавина клада плес. И пусть вражеские все планы, они рушатся и не могут восстановиться. Я благодарю тебя за это. Я благодарю тебя, потому что когда мы молимся, тогда ты творишь великие дела. Слава тебе за это, Господь, и хвала тебе. Слава тебе и хвала тебе. Слава тебе и хвала тебе. Когда мы молимся, ты творишь великие дела. И я благодарю тебя за это, Господь, майкама наглитов лада пластаса. Да будет имя твое благословенно. Да будет имя Твое прославлено во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Присядьте еще, друзья. Хочу сейчас из 2 главы Иаиля.
Кто знает, у нас вот прошел сейчас на выезд. Ирочка нам что-то расскажет, я думаю. Но сейчас я сначала прочитаю из 2 главы Иаиля. Почему молюсь о церкви? Вострубите трубой на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Мы это сделали, по крайней мере, сегодня. Частично, да, не объявляли торжественное собрание, но пусть оно будет таким. Если мы пришли, и Господь пришел, то почему оно не торжественное? Пусть оно будет торжественным, да? Потому что Господь царствует, и поэтому во всякий момент жизни Он может проявить свое торжество, может проявить свое великолепие, может проявить свою власть. И пусть Он это сделает сегодня. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев. У нас даже и старцы сегодня пришли, и немало. Слава Богу за всех старцев. Соберите отроков. И отроки есть частично, вон сидят мальчики у нас тут совсем. Даже дети, не только отроки. Грудных младенцев только нет. Но за пределами экрана есть. Пусть выйдет жених из чертога своего, невесты и своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни. Видите, откуда начинаются перемены? Между притвором и жертвенником, где есть те, кому есть право стоять там, священники. Служители Господни говорят: пощади, Господи, народ твой. Что мы сейчас и делали? О милости просили. Пощади, не предай наследия твоего на поругание. Чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их? И тогда, посмотрите, когда мы делаем свою часть, когда как народ Божий, как священники, как представители Его власти, мы делаем свою часть, и тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь и скажет народу своему: вот, я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. И пришедшего от севера удалю от вас. Вот то, что сейчас я говорила об окружении, да? Пришедшего от севера удалю от вас. Я хочу встать на это слово, друзья, потому что у нас есть право так ожидать. И изгоню в землю безводную и пустую. Переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное. И пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. Вот Господь точно знает, кто наделал зла и сколько. Говорит: я с этими войсками разберусь сам, с этим полчищем. Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Как вы думаете, что сейчас земля вообще чувствует? Что она чувствует, земля? Она не просто устала, а она полностью под таким давлением взрывов, смертей, насилия, нечестия, сквернословия, пролитой крови, где-то несправедливости так много. То есть земля, все это, она же как живой организм, потому что у Бога нет мертвого. Все, что Он творит, все живое. И земля живая. И земля может разговаривать. Помните, Господь устами там говорил своих мудрых людей: пойди, ленивец, научись у муравья, побеседуй с землей, и она тебе что-то скажет. И потому говорит, Бог к земле обращается: не бойся, земля. Не бойтесь, животные, ибо пастбище пустыни произрастят траву. Дерево принесет плод свой, смоковница, виноградная лоза окажут свою силу. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. Я молюсь сейчас вместе с вами, будем молиться об урожаях, чтобы вовремя был дождь, чтобы не сгорали поля, чтобы не были сожженные и от солнца, и от каких-то диверсий, и от каких-то еще провокаций, чтобы поля были в состоянии вырастить хлеб, а его еще успеть собрать, и чтобы он был донесен до жителей. Друзья, праведник молится заблаговременно. Бог нас предупредил о голоде. И поэтому нам надо молиться сейчас. Нам нельзя сейчас молчать и думать, что все будет нормально, поэтому до меня не дойдет. Будем молиться, будет нормально. Но если мы молимся сердцем, если мы взываем к Богу, Он даст вовремя и плод, и вовремя сохранить, и вовремя дойти до адресата. Все Он даст. Но для этого нельзя сейчас беспечно проводить время.
и наполнится гумно хлебом, и переполнится пинать подточили виноградным соком и елеем, и воздам вам за те годы, которые пожирала сранча, черви, жуки, гусеницы, великое войско мое, которое послал я на вас, и до сытости, будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. Вы знаете, тут слово «вовеки» — это значит разные сезоны для человечества. Но мой народ вовеки не посрамится. Значит, в разные сезоны Бог знает, как это сделать. И узнаете, что я посреди вас. И сейчас читаю, как от страны нашей. И я, Господь, Бог ваш, и нет другого. И мой народ не посрамится вовеки. И будет после того. И залью от Духа моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны. И юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни. И залью от Духа моего. Вот я хочу сейчас как раз, чтобы Ирочка немножко сказала, а потом я уже подключу все это вместе, помолимся. Потому что подростки, может быть, Надя что-то скажешь о Банечке, что-то она делилась своими впечатлениями, нет? Еще не успела, да? Ну, пусть успеет. Слава Богу, что Господь дает возможность на самом деле детям собираться, но без Бога эти сердца приобрести никак. А с Богом все возможно. Поэтому скажи, Ирочка, пару слов. Доброй ночи, дорогие. Слава Богу, выезд у нас закончился. Уже, ну вот с молодежью у нас получается это третий выезд. И, ну, на мой взгляд, очень хорошая такая тенденция. То, что у нас молодежь ведет подростков, и есть часть вот более зрелого возраста, мы с Лазарем, и еще у нас присоединяются люди. То есть разные возраста. Вот, поэтому слава Богу. И когда-то, вот перед самым первым нашим выездом, одна моя подруга, сестра в Господе, она видела сон о вот этих лагерях, как корабль. Он проходил узкое-узкое такое место, и задевая, не задевая, а вот очень как бы близко были с двух сторон эти бортики. И она говорила, что она там тоже ехала, да, и она прям, ей было страшно, что вот прямо сейчас настолько узко, что сейчас вот заденет корабль эти узкие места. Но потом он вышел, такую сделал, такая ступень была, он как плюхнулся, упал и вышел в открытое море. Я вот вспомнила почему-то сегодня этот сон. И верю, что дальше это наше служение будет уже в открытом море. Вот. Но так, конечно, слава Богу, молодежь молодцы, они стараются и очень много сил полагают. Очень много вот вкладывается в детей. Слава Богу, Ольга Дмитриевна служила. Ну вот желание вот лично моего сердца, я просто когда перед лагерем обзванивала вот другие лагеря из разных городов, у меня есть координаты разных директоров, и я интересовалась, да, вот их лагерями, ну, спрашивала, где, кто, что проводит. И очень часто мне отвечали, что вот этот подростковый возраст, они служат. Мне так хочется, чтобы наши дети, чтобы они уже служили. Вот этот 14 лет, 15 лет, они уже служат. И вот это желание моего сердца. Ну, у нас, слава Богу, тоже есть, да, вот я в Благой Вести знаю, что 15-летние служили малышам. Вот, это мое желание. Но здесь я, конечно, что меня вот особо коснулось, наверное, в этом выезде, потому что я больше с детьми была, наверное, ну, индивидуально проводила какую-то работу, а так близко в играх, в движениях была у нас молодежь. Что мне понравилось, у нас на каждый день было высвобождено слово, и по этому слову мы двигались целый день. А о том, какое будет слово, мы с Полиночкой Майоровой молились и получали у Бога
тема была «Я – личность». И по вот этой теме на каждый день, в зависимости от подтемы, мы молились и брали у Господа, просили у Господа слова. И вы знаете, что мне понравилось? Вот каждое слово, оно работало. Оно работало вот в каждом дне. И вот я так наблюдала вообще за этим, я думаю, ну надо же, вот это очень сильно. Причем во всех сферах, и на кухне, и у нас, и вот везде. То есть Слово Божье живо и действенно. И я когда с Полиночкой молилась, да, я говорю, слушай, ты представляешь, ведь то, вот какое слово мы сейчас получим, да, от Господа, вот так оно и так будет формироваться по этому слову день, весть. То есть, ну, на нас ответственность, чтобы услышать от Бога и передать это, да, лагерю. Вот это как-то меня особо коснулось и увидела, как слово работает, слава Богу. Ну, что еще хотела сказать? Ну, для детей, конечно, это очень чудесное время, потому что они много общаются, и слышала такие свидетельства от прошлого лагеря, что вот на одной из свечек я присутствовала и слышала, как дети делились, несколько человек, как их коснулся предыдущий лагерь. Вот у нас была такая вечер хвалы и поклонения, и мы с молодежью в двух комнатах, да, делали омытие ног и благословляли, молились, пророчествовали. И дети рассказывали, что с той зимы у них пошло такое вот движение после такого глубокого служения. Поэтому вот, наверное, то, что меня очень порадовало. И они сдружились, они соединились, и уже многие третий раз приезжают, слава Богу. Конечно, это такая база, где они начинают дружить, и где действительно Господь их касается, когда хвала идет, когда они друг с другом начинают делиться своими откровениями, своими видениями. Ну, это очень интересно вообще, слава Богу, за то, что Бог делает вот в таких выездах. Вот. Вы будете молиться, да? Да, друзья, давайте будем молиться, потому что то, что я слышу, свидетельство со стороны людей, которые были сами в таком возрасте, и Бог их тогда коснулся сильно, то это очень повлияло на их будущую жизнь на 100%. Вот одна женщина, которая сегодня служит активно, в 12 лет она пришла к Богу, даже когда были неверующие родители. Вот она пришла и маму привела. Вот как Бог делает? Ну, как-то вот ее нашел. А она говорит, что я в каждом, даже в школе, когда я просто всем говорила, знаете, а Бог есть. Я молюсь, а он мне отвечает. Вот что она стала молиться? Она просто стала молиться. А Бог стал отвечать. И так она привела маму в церковь. И это все в 12 лет. Поэтому это все реально, да, с Богом это реально, чтобы сердца детей были захвачены. Один мальчик подошел уже в последний практически день, подошел и сказал, а могу я записаться на крещение? Я говорю, а почему у тебя такое желание? Сколько тебе лет? Он говорит, 15. А потому что раньше, говорит, я ходил, меня мама пыталась вести, а тут мама ходит, не ходит, мне уже не так важно. Главное, я уже хожу. Я хожу, и мне самому это нужно, это интересно, это важно. Поэтому вот если такие желания возникают, а они возникают тоже не на пустом месте, потому что там была возможность погружаться немного с ними в какие-то духовные состояния их сердец, и когда они стали видеть сами себя изнутри, и когда с этим стали работать, одна девушка говорит, почему я вчера видела вот о себе такую картину, сегодня она вот другая. Я говорю, скажи, а что-то произошло за этот день? Да, говорит, вчера меня очень сильно Господь посетил. Я говорю, видишь, как изменился твой внутренний мир сразу же. И ты видишь его уже другим. Потому что это была тенденция к плюсу, к лучшему. Поэтому тогда, когда Бог работает, то здесь мы только свидетели. И поэтому дай нам Бог не мешать Богу. Потому что не мешайте детям ко мне приходить. Об этом, да? Поэтому давайте вот об этом помолимся, а потом, Катюша, ты нам тоже скажешь о своих молитвах, ожиданиях, да, пред Богом. И про историю можешь немножечко рассказать. А то я сегодня имен коснулась, а не все люди понимают, о чем я говорила.
Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы сейчас молимся за этих ребят. Мы молимся за тех, кто был, Господь, сейчас на выезде. Я очень благодарна Тебе за всех, кто трудился, за всех, кто вкладывал себя, свое время. Благодарна Тебе за Урику, за Олю, за Зину, которые готовили, которые кормили детей. Я благодарю Тебя, Боже. Я благодарю Тебя, потому что Ты о каждом заботился и по погоде, и по состоянию сердца. Ты давал вскрывать те запросы, которые, Боже, может быть, они пытались прятать, а они все равно выходили наружу, потому что Ты Бог сердцеведец, и с Тобой это возможно, Господи. Но мы сейчас прочитали, что Ты изольешь от Духа Твоего на всякую плоть, и на отроков, и на отроковиц, и на детей, и на молодежь, и на старцев. Ты сказал, даже на рабов и на рабынь я изолью от Духа Моего. Поэтому пусть, Господь, изливается Твой поток, изливается святость Твоя, изливается слава Твоя, изливается могущество Твое. Изливается то, чему должно быть на земле сейчас и сегодня. Поэтому прости, когда родители или взрослые люди становились препятствием для детей идти к Тебе. Прости, Господи, за это. Пусть и эти препоны, если это в семьях, если это родительские отношения, либо авторитетный кто-то еще, который унижал, уничижал других, то я прошу Тебя, Господи, пусть это останется в прошлом. Пусть за крест оно дальше не перейдет. Но пусть эти подростки, эти люди, которые, эти дети, которые которым сегодня надо взрослеть, которым сегодня надо брать ответственность за себя, за свою судьбу, за свой выбор, чтобы сделали эту ответственность вместе с Тобой. Поэтому мы сейчас уже окружаем их Тобою, Господи. Пусть уйдет всякие наносные вещи, а придет в суть вещей, чтобы все, что закрыто сегодня, оно стало открываться, как Твой потенциал. Аллилуйя! Майгута лата сели без пладов, луде пледа, палаварта круда спрайс, элементури сантериги складца, плада вота плайда бридасан, майгут рави Камана, Гита Леварда, Гута Лидаса, Толи Алафарда, Рапина, Гесплайсер. И то, чего мы сейчас говорили, Господь, о том времени, когда Ты сказала, я изолью дождь, и ранний, и поздний. Поэтому нам нужен Твой дождь, Господь. Нам необходимо, чтобы нам не оставаться в голоде и в холоде. Нам необходимо, чтобы грядущие дни, они были под Твоей защитой, папочка, родной, любимый. Мы просим Тебя, чтобы земля произвращала плод, чтобы не боялась земля, и не боялись животные, не боялись люди, а прославляли Тебя, великого Бога, поклонялись Тебе и сердцем, и душой, и духом, поклонялись Тебе и временем, и телами своими, поклонялись, Господь, чтобы грех не именовался в народе, чтобы все, что сегодня дьявол пытался навязывать, или до сегодняшнего дня, чтобы все компьютерные игры потерпели полное поражение над нашими подростками, над взрослыми людьми, кто оказывается в зависимостях. Господи, во имя Иисуса Христа, пусть все эти ловушки, они рухнут от присутствия славы Твоей. Я благодарна Тебе, что мы молимся, а Ты знаешь, как отвечать. Мы взываем, а Ты говоришь, воззови, я отвечу. О, Равира Камана, Гита Липанда, Блес, Лафарда, Гродасан. И Ты сказал, что наши лица не постыдятся, когда мы увидим детей своих делом Твоих рук. Поэтому мы говорим, мы нуждаемся в том, чтобы Твои руки прикасались к нашим детям и внукам, чтобы Твои руки прикасались, Господи, к их умам, к их ценностям, к их сердцам, чтобы преобразование происходило на глубинном уровне. И я благодарна Тебе, любимый, я благодарна Тебе, драгоценный, я благодарна Тебе, вечный, я благодарна Тебе, сильный, я благодарна Тебе, могущественный Бог, потому что Ты начал, и Ты будешь творить до конца, до полного результата и полного плода, потому что Ты пообещал, что последние дни изольются от Твои потоки на все иссохшее. И зальется, Господь, Твой дух благословения, Твой дух благодати. И зальется, и зальется. Ты сказал, а мы принимаем. Пусть наши сосуды будут открыты. Пусть жажда будет такова, чтобы излилось то, что нам не достает. О, Майгута, лавина, поливарда, глэри, плэста, плайс. Чтобы никто не высох. А Ты сказал, что на пажите и зальются Твои потоки. И мы говорим, Господи, пусть будут выращены пажити, пусть будут собраны урожаи, пусть Господь наполнится житницы, пусть приходит Твое благословение и благоволение. Пусть сила воскресения работает. Пусть, Господь, благодатью Твою крепляются и наши сердца, и души. Да будет имя Твое благословенно во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Добрая ночь. Прекрасная Божья ночь. Почти утро. Да, я хотела, знаете, вам немножко слово одно сказать и помолиться по этому слову. Я спрашивала Бога, да? Оно пришло не так давно,
И я стала просто сравнивать из-за откровения. Там есть послание к семи церквям. И о них много есть разных толкований. Да, разных, и они одно другому не мешают и не противоречат. То есть это могут быть периоды церкви на протяжении человечества. Это могут быть церкви разных мест географических. Но здесь именно, когда он прямо получил для них, это были разные географические места. И я почему-то считала всегда, что единственная церковь, которую Бог не поругал и не обличил, это была церковь Филадельфии. Я много так лет считала. А потом я обратила внимание, что в Смирне тоже так нет обличения, нет упрека со стороны Бога. Но зато есть то, что ей нужно пройти. И это не в качестве наказания, судов или чего-то еще. И я задавала Богу вот такие вопросы на тему, а почему так разница большая в Филадельфии и в Смирне? Ситуация похожая, а, ну, скажем, выход из нее как бы разный. Я просто напомню немножко, да, так говорит первый и последний, это Смирнской церкви, который был мертв, и се жив. Знаю твои дела и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат. То есть у той церкви есть хорошие дела для Бога, но есть и скорбь, есть нищета. И это не признак того, что это плохая церковь или слабая, потому что дела есть. И злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и вы будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. То есть я вижу здесь церковь, которой нужно пройти многое, даже до смерти. И что есть такие сборище сатанинское, я смотрела в других переводах, и в оригинале там написано «сатанинская синагога», то есть это были, они говорят, что иудеи, они не таковы. И удивительно похоже на церковь Филадельфии, но кое в чем и отличается. То есть похоже в том, что есть гонение, преследование, есть те вот, которые из сатанинского сборища. Но я сейчас прочитаю про Филадельфию. Так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот опять-таки, да, дела для Бога хорошие. Вот, я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего. То есть это, может быть, не были какие-то супергиганты и герои, а они немного совсем имели силы. Вот, но они не отреклись от Иисуса. То есть говорится о том, что была возможность отречься от Иисуса, да? То есть условия совсем непростые. Вот, я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот, я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все, гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. То есть в этой ситуации эти же самые, которые сатанинское сборище,
они поклонились к ногам, они признали, что Бог любит эту церковь. То есть благоволение огромное, да? Благоволение в тех же самых вот, ну, условиях гонений, трудностей, потому что ты сохранил слово терпения моего. То есть что-то надо было терпеть, да? И говорится, я сохраню тебя от искушения. И там фраза в оригинале, которую можно понять, я сохраню тебя от искушения, то есть ты не пройдешь, или же во время него я пронесу тебя на руках. Но в любом случае благоволение налицо. И более сурово, на мой взгляд, проходили вещи люди в Смирне верующие, чем в Филадельфии. Я стала спрашивать, почему? Потому что очевидно, что здесь и победа над этими, ну, сатанинское сборище, и многое другое. И, ну, все, что я сейчас читала, да? Я стала просто изучать, что там было в Смирне и что было в Филадельфии. И я вижу, что сейчас самое время как раз заниматься теми вещами, которые в нации и в регионах, потому что они влияют. Я посмотрела, что происходило в Смирне, то там было много людей, иудеев, которые, ну, верят, по идее, в Бога, и требовалось, чтобы поклонились как Богу, императору римскому. И именно за это христиан отдавали на растерзание львам, в Колизей и прочие места. То есть это было именно по этой причине. И там очень многие иудеи делали это охотно и добровольно. Поклонялись человеку как Богу. И это создает, очевидно, атмосферу духовную. Это создает то, что мы называем твердыней. И в таких условиях труднее. В таких условиях церкви приходится преодолевать больше. Вот. И это не потому, что церковь хуже, а она просто живет в таком месте. Ну, если возьмем там церковь, например, в Сирии, да, или там в Китае, в Северной Корее, вероятно, что-то больше им приходится преодолевать. Поэтому в каждой церкви Бог пишет побеждающему. Есть то, что надо победить. А в Филадельфии я стала изучать этот город. Ну, вы знаете, да, что Филадельфия обозначает братская любовь. Братская любовь. Этот город был назван царем в честь своего родного брата, в честь его верности, преданности и любви братской. И я знаю, я думаю, что вы знаете, что названия, они влияют, и, видимо, не только название, а была причина, почему он так назвал. И его брат стал потом царем в этой же Филадельфии. Ну, после его смерти был его, как это, ну, кто пришел после него? Ну, да, престол, да, преемник. Вот. И это тоже повлияло наверняка на Филадельфию, на город, на это место географическое. И я думаю, что то, что сейчас есть в нациях, в странах, оно очень сильно влияет, оно всегда влияет, но в последнее время еще сильнее. И я бы хотела молиться, знаете, за что? Филадельфия, да? Это церковь, ну, на мой взгляд, из семи церквей самое у нее, ну, выгодное положение, благоволение, победа явно в том, что я сейчас прочитала. Братская любовь. Когда настанут времена трудные, многие вещи будут неважными, которые мы сейчас считаем важными. Очень многие вещи. Некоторые служения будут невозможными. Просто их невозможно будет осуществлять. И останется только то, что внутри у тебя и меня. И Бог нас готовит к этим временам, потому что Ему нужна взрослая церковь. И я хочу молиться, что имеешь, держи. А что они имели? Они имели братскую любовь. И это то, в чем нуждается каждый человек, который приходит в церковь, нуждается, чтобы его приняли таким, как есть. Чтобы ему не ставили пятерки и двойки в церкви, а чтобы его приняли как личность. И это Бог нас такими создал. Держи, что имеешь.
Это значит, самое сильное оружие будет любовь. И люди во времена трудные, они будут сильно отличать тех, в ком есть эта любовь и в ком нет. И я хочу помолиться, чтобы мы держали то, что мы имеем, потому что разговоров о любви много, и молитв тоже. Но хочется, чтобы она была, просто была. И это то, что устоит. Это то, что имела в Филадельфии церковь. И благоволение поэтому было. Давайте за это помолимся. И не будем смотреть, у кого какие, допустим, в регионах, в странах. Есть у каждой церкви то, что она преодолевает. И мы призваны стать рядом с этой, плечом к плечу, с церковью Америки, Германии, Украины, церковь Армении и церковь Азербайджана. И вот тогда будет победа над сатаной. В той же братской любви. Вот поэтому нас будут отличать. Не по ненависти, вражде и жажде мести, которые мы имеем друг к другу, а будут по любви. И в этом благоволение Божие явится. И мое сердце, я чувствую сердце Бога. Для Него это очень-очень важно. Потому что любовь — это не нежное чувство и не открытка с котятами. О, это то, что Иисус одержал на кресте. Я благодарю Тебя, Господь, что у Тебя есть это оружие, любовь. Мы о ней столько говорили, столько молились. Но мы просим Тебя, Господь, произведи там, где это нужно, и дай сохранить и удержать там, где это будет нужно, Господь. Я прошу Тебя, чтобы церковь была именно этим снаряжена и вооружена. Я благодарю Тебя, Господь, что Твои ценности, они высшие, они вселенские, они верные. И в этой ценности есть то, чтобы другой человек нам был дорог. Дорог дороже себя самого, Господь. И в нашей плоти этого нет. И в нашей плоти есть только эгоизм. И я прошу Тебя, Господь, произведи в нас себя, Иисус. Мы говорим, что Ты живешь в нас. И мы просим, живи в нас в каждой части нашей души. Живи так, Господь, чтобы это было видно. Чтобы это было видно. Помоги нам, Господь, не злословить других, не тыкать пальцами в церкви других наций, а стать плечом к плечу, чтобы у Тебя было одно тело на земле на самом деле, одна невеста на самом деле, Господь. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты сделал нас такими, чтобы ценности были такие, как у Тебя, Господь. Каждый человек нуждается в этой Филадельфии, Господь, в Твоей братской любви. И Ты сам наш брат, Иисус, и у нас один Отец. И я прошу Тебя, чтобы эти ценности поднялись внутри нас, чтобы мы перестали думать, что что-то другое важнее. И я знаю, Господь, что в последние дни будет только это важно — любить врагов, отвечать добром на зло. Это просто абсолютно невозможно без Тебя. И я прошу, произведи в церкви Твоей это, чтобы, Господь, Твое благоволение, оно было явлено, чтобы Ты мог его излить на нас, чтобы ничто не помешало в нас Тебе, мой Бог, потому что Ты есть любовь. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты смягчил сердца в России, сердца людей, которые называются Твоими детьми, сердца людей неверующих. Мы нуждаемся, Господь, мы нуждаемся, Господь, те, у кого сердца уже одеревенели, окаменели, высохли. Я прошу, чтобы Твой дождь, Твой Дух Святой, Он просто накрыл эти сердца. Те сердца, которым больно, и они никому об этом не говорят, потому что боятся, что их осудят. Те сердца, которые боятся говорить истину. Те сердца, которые просто потерялись и не знают, где смысл и куда идти. Ты каждое это сердце видишь, мой Отец. И я прошу Тебя, чтобы мы стали Твоим инструментом для таких людей, чтобы, Господь, человек был важнее, чем служение в каждой церкви в России. Потому что у Тебя, Господь, так. В Твоем царстве, мой Царь Иисус, это так. И российская церковь, да будет такой, как в Филадельфии, Господь. И если Ты что-то для нас приготовил пройти, дай нам это пройти так, чтобы не ожесточаться сердцем. Дай нам пройти так, Господь, чтобы Ты нам дал венец жизни. Дай нам видеть, Господь, каждого человека, каждую церковь и каждую нацию, что мы сражаемся в одной и той же войне, на одной и той же стороне, Господь.
И чтобы мы на самом деле были на Твоей стороне. Две стороны только есть. Две стороны есть. Война или не война, есть две стороны. Их будет все виднее с каждым днем. Спасибо, Отец. Спасибо Тебе. Ты любишь нас. И Ты дал нам эту любовь. Ты дал нам не только к Тебе, друг другу. Пусть растет, цветет и пахнет благоуханием приятным. Слава Тебе, Господь. Благословляю Церковь России войти вот в эту Филадельфию и там жить. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо вам. Добрый вечер, драгоценные. Слава Богу. Мы все поем, 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 а тут немножко дали нам сказать. Слава Богу. Ну, как бы мы хотим сказать, что мы группа Софония, и мы хотели бы, чтобы вы нас благословили. Мы через уже меньше, чем через месяц едем в такую миссионерскую поездку. На этот раз город Керчь. Это Крым. И это самый первый такой крупный населенный пункт после того, как переезжаешь через Крымский мост. Поэтому мы уже связывались там с крымчанами, и они говорили: молитесь за Крымский мост. Просят, они сами тоже молятся, потому что, ну, как бы там каждый раз, каждое лето, когда туристический сезон, то на этот Крымский мост атаки. Почему мы туда едем? Потому что, ну, просто как-то вот легло на сердце поехать в Керчь. Мы до этого ездили и в Абхазию, и в Турцию, и еще там в Финляндию, в несколько как бы других мест. Стратегия очень простая. Приезжаем в город, ставим жертвенник, Господь приходит, и город меняется. Потому что, ну, как бы хвала, уже сегодня говорилось о том, что хвала, она дает право Богу царствовать. Когда мы славим Господа, когда мы просто вот поем на улицах евангельские песни, поем песни прославления, поем песни как бы призыва, когда люди, они слышат Евангелие, что-то у них в сердце отзывается, ангелы ликуют, и на небесах происходит праздник, и что-то, ну, в атмосфере меняется. И, ну, там, конечно, мы, может быть, и взойдем на гору, которая в Керчи находится, там такая центральная гора, 300 ступеней, и что-то там историческое происходило. Несколько там еще информации, как бы, получили об этом городе, то, что он раньше... Вы знаете, где находится место Тьма Тараканья? Куда посылали всех неугодных в России людей? Это там. Это, ну, как бы, я посмотрел в Википедии, там менялось название несколько раз. Одно из названий было «Тьма Тараканья». «Тьма Тараканья». Вот, интересно, еще тоже информацию получили там. В жилых кварталах есть такой переулок «Безбожников». Это при советской власти назвали такой переулок, и даже Украина, она не успела переименовать его, он до сих пор там существует, переулок Безбожников. И надо будет найти его обязательно, и там, может быть, кому-то засвидетельствовать, может даже спеть чего-то и что-то как бы там провозгласить. Ну, как бы мы тоже любим переименовывать и все такое, и Тьму Тараканью переименуем во что-нибудь там свет, каких-нибудь жаворонков или Божьи светильники, да, и переулок Безбожников, атеистов, как бы тоже что-нибудь там сделаем с ним. И соль сыплем в речки, в источники, и, ну, тоже как бы все хорошо с этим. И, конечно, хотелось бы тоже поддержки молитвенной и от вас, и сами тоже молимся за этот регион, чтобы там просто эта поездка, она была такой огненной, хорошей, и чтобы просто все силы ада, они рухнули, а чтобы Божьи какие-то цели были достигнуты. Интересный такой исторический факт был, когда Александр II, по-моему, впервые посетил это место. В России начались преобразования очень существенные.
То есть, ну, до России до этого какая-то была дремучая такая, спящая, и, ну, там уже, ну, как бы застой какой-то был вот тех законов, которые там происходили в России в то время, здесь происходили в то время. Вот, но когда Александр II приехал оттуда, то начались реформы, реформа армии, реформа флота, реформа там многих как бы структур. Вот, то есть там, наверное, какие-то вот такие ветры перемен, ангелы прорыва и еще там что-то такое действует. Не знаю, что там будет высвобождено в этот раз. Но мы молимся за пробуждение в России. Вот поедем добывать руду. Слава Богу. Да, Сергей уже почти все сказал. Мы связывались там с такими тоже вот общинами, там есть еврейские общины, есть такие просто вот христианские церкви, и все они просят молиться за защиту города, молиться за защиту вот этого вот моста Керченского, потому что постоянно там дроны, постоянно атакуются. И вот хотели вас попросить, чтобы вы вместе с нами помолились, и наша команда, да, мы едем такой небольшой, как мы называем, маленькой армией Гедеона. И почему-то каждый раз, когда молимся вот именно за это место, за Керчь, Господь нам показывает Гедеона. Ну, мне показывает, вот, что мы как маленькая армия там будем несколько таких делать, как пророческих действий. Там, кстати, 300 ступеней вот на эту гору, да, как 300 вот лакавших, да, Бог дал спасение. Мы хотим зайти на эту гору, там сделать тоже вот такое пророческое действие, помолиться, переименовать, чтобы уже не была тьма тараканья, но назвать этот город в духе пророческий Божьими светильниками, Божьим светом. Вот, так что просим вот так помолиться, благословить нас на эту поездку, чтобы мы там беспрепятственно выходили на улицы с пением, с танцами. Кстати, едет с нами Людмила, вот, которая танцующая, которую вы все знаете. И верим, что вот танцы, они будут тоже приносить такой свет, помазание, свободу. Каждый раз, когда мы выходим на улицы, мы видим, что особенно танцы, они очень сильно меняют атмосферу и очень сильно касаются людей. Люди просто, они не могут отойти куда-то, уйти. Они становятся, они вот так вот смотрят, и они просто вот все меняется. Потом подходят, разговаривают, спрашивают. И бывает достаточно после этого просто сказать: «Это Иисус, это Господь». И они очень открываются. Вот именно через танцы, то, что это как оружие Бог дал нашей команде, вот такое оружие хвалы. И мы стараемся все время вот с танцами, именно вот с танцами везде благовествовать, высвобождать. Так что вот, если можно, помолитесь за нас, благословите и за город, за Керчь, за мост. Спасибо, что служите, помогаете нам входить в эту хвалу. И мы, конечно, с удовольствием делимся вашей хвалой, куда вы поедете, чтобы там менялась атмосфера. Вы знаете, точки контакта очень важны. И когда мы можем там, где мы живем, куда-то ехать и оставлять след того, где мы живем и с чем мы ходим, то там тоже начинаются такие островки. Поэтому, слава Богу, а тем более в том месте, где сейчас очень много отдыхающих, с одной стороны, а с другой стороны, много опасности. Потому что вот сейчас как раз это такое сочетание одного с другим. Поэтому благословим, конечно же, и от сердца, и посылаем вместе ангелов, и 90-й псалом вам в напутствие. Небесный Господь, я благодарю Тебя, что у нас есть сейчас право помолиться друг за друга. И Ты сказал: «Призывайте имя Мое на сынов Израилевых, а я буду благословлять». Мы Твои дети, и нам очень важно, чтобы Твое имя и Твой Дух, Он почил на каждом из нас. И сейчас и Сергей, и Светлана просят помощи, чтобы пойти, Господь, туда, куда Ты их посылаешь, куда влечет их сердце. И я благодарна Тебе, Господи, что Ты знаешь, как открыть над ними небеса, и чтобы они не затворялись. Мы молимся о том, чтобы Ты впереди послал особый вид ангелов, которые прокладывают путь. И мы молимся прямо сейчас, Господь, за тот мост, который атакуется и уже не один раз получал какие-то пробоины. А мы говорим: «Готас антелегес фактор колобита пладас седесен». Мы просто купол Твой посылаем туда, а ангелы Твои его выстраивают.
Я благодарю Тебя, что мы прямо сейчас говорим, что все службы безопасности, все, кто там сейчас отвечает за эту безопасность, мы вас особым образом снабжаем божественным присутствием, водительством и ясностью, потому что напрасно бодрствует страж, если Бог не охранит города, и напрасно будут все эти действия, если Ты не защитишь мост. Поэтому мы Тебя благословляем, чтобы там Ты, Господь, проявил свое могущество и в этом. Я благодарю Тебя, что мы не трудимся напрасно, и я благословляю Твоих делателей, которые не только поедут туда, не только смогут там распространять то, что они имеют внутри себя, но и назад возвратятся, потому что мы вход и выход благословляем, и выход, и вход. Мы благословляем с одной и с другой стороны. Майгута лавина канда деста сантелегис клад сапира каливарда гет лидас плежасан. Майгут равира камана гетали палаварда рапина плостас. Майгат равира кира пил плест рафарда гуратунда гет фактор калабита пласт. Мы молимся за весь Крым. Мы молимся, Господь, за все исторические процессы в Крыму. Потому что тогда, когда лорд Росток служил именно там и воевал с Крымом когда-то, но он же стал благословением для этой страны. Потому что его сердце поменялось именно на тех полях, когда ты пришел к нему. И когда он сказал, сколько я вредил, теперь я хочу быть благословением. И ты сделал его благословением для этих народов. И потому мы сейчас из этого города, где он много получил урожая, по милости твоей, посылаем сейчас наших друзей и благословляем, Господь, чтобы они поехали, радуясь, и возвратились, радуясь, и там пребывали, и были живыми свидетелями, когда они вернутся, и смогут нам еще раз быть свидетелями того, что ты делал в их служении и труде. Поэтому мы уже сейчас забираем атмосферу этого места, атмосферу Керчи, забираем во славу твою, и все, что там имело место, как вот эта печальная зона, тьма таракания, Господи, а мы говорим, стоп, стоп, человек полагает предел тьме, поэтому мы полагаем предел тьме, что она больше не будет там распространяться. Майгута лавина каливарда глэрик ластас. Место, куда ступит стопа ног, это будет свято, потому что ты отделяешь это место для себя. И потому мы сейчас уже говорим, объявляем перемены. Перемены, чтобы там загорелись светильники Господни, чтобы там слава твоя, она, Господь, распространялась. Потому что, чтобы в светильнике и кувшины они были, Господь, и чтобы крик вот этих голосов, меч Господа и Гедеона, чтобы этот меч был высвобожден. Майгута лавина каливарда Bless, Лапара Турибаса Пис, Алфада Тунетас Эксет Клайс, чтобы остановить всякую претензию врага на место, которое когда-то такой кровью проливалось многих и многих воинов. Но я благодарю Тебя, что сегодня мы говорим, крови Христа достаточно, чтобы нам отделить это место для славы Твоей, отделить жителей для славы и безопасность, Господь, пусть будет на всех отдыхающих. Мы просим у Тебя этой милости, потому что Ты знаешь, кто сейчас там отдыхает, кто будет там еще находиться, кто будет ступать на эти места. А мы говорим, во имя Иисуса Христа, пусть ангелы Твои ступят прежде. Пусть они там уберут опасные зоны. Пусть, Господь, все, что может взрываться, оно будет нейтрализовано. И то, о чем сейчас мы слышим, Господь, и о том, что есть там летают беспилотники, летают там дроны. Во имя Иисуса Христа, стоп. Стоп для вас. Передвижение и перемещение по этим воздушным пространствам. Мы останавливаем. Мы останавливаем. Майгата лавина каливарда глорис антерегис крайс. Пусть, Господь, волны эфира, они не будут передавать смертоносные сигналы. Майгата лавина каливарда глори арпира пласта спрейсер. Потому что ты дал нам право взывать о безопасности. Ты дал нам право молиться о безопасности, чтобы ты ограждал и охранял. И пути народа твоего благословлял. И пусть они будут посланники церкви, как слава Христова. Пусть они едут от этого города. Пусть они едут от города Санкт-Петербурга, который несет в себе это название святого апостола Петра. Как основание того, Господь, апостола Петра, которого ты выбрал сделать его камнем, для того, чтобы он стал местом умножения церковного представительства. Поэтому мы говорим, Господи, да будет так. Да будет так. И город-церковь здесь, с этого города Санкт-Петербурга, пусть пересылается туда сигнал за сигналом. Пересылается сигнал за сигналом. Пересылается, Господь, твоя сигнальная ракета за ракетой. Майгута лавина поливарда глори плес сантайза блес. Чтобы враг ушел в свое логовище. Чтобы, Господь, там ангелы нейтрализовали его. Во имя Иисуса Христа мы сейчас просим, потому что наши руки имеют печать. А ты сказал, чтобы зверь ушел. Зверь ушел с дороги. Зверь ушел с дороги. Майгата лавина поливарда блесса лори канета тайна глидасан. Майгата лавина поливарда витфлидасан. Майгута равира поливарда гитфратасан. Майгата лавина поливарда рапандасан. Майгата лавина поливарда лапин алпанда гладасан. Майгата лавина поливарда пина пал
пана тулапса плода сэра минхамана гита леварда глотасан. Майгата лавина плайс, чтобы преследователи были сильны. Майгата лавина поливарта лорисан. Майгата равира поливарта лапинасан. Майгата лакина поливарта гитфредасан. Майгата лапана тулибаса плод. Алпена тулапта дота сара бисприда парапарда грейда 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 грейда. Аллилуйя, Джизус. Аллилуйя, Джизус. Аллилуйя, глори каравира поливарта глори клита плайзер. И здесь и там на Сионе положен камень. И мы сейчас утверждаем, что этот камень ты полагаешь. Майгата лавина плайс. И мы сегодня прочитывали камень, который отвергли строители, стал главой угла. И мы сделали его главой своей жизни. И мы приняли от тебя это основание для веры. Мы приняли основание для прорыва. Мы приняли основание, как в Пирациме, Господь. Прорвался поток воды. Поэтому пусть прорвется поток Гасанда, Глори, Кридов, Рада, Блессер, поток Святого Духа. Прорвется, Господь, и на этот безбожный переулок во имя Иисуса мы тебя закрываем. Безбожный переулок. Мы сейчас открываем новый, божественный переулок. Божественный переулок. Божественный мост. Божественный переулок. Божественная атмосфера. А все безбожное оттуда удаляется и искореняется. Майгата лавина калаверта плада плода плайзер. Искоренение и разорение всех гнезд. Уничтожение и пагуба всякому змеиному отродью во имя Иисуса Христа. И твердыни рушатся. Майгата лавина пласта седа беспрайс. Но восстанавливается то и насаждается им, и то, что созидается во славу Господа. Поэтому мы одно вырываем, одно выкорчевываем, но насаждаем Царство Божье, насаждаем божественную атмосферу, насаждаем покров, насаждаем безопасность, насаждаем радость и веселье, насаждаем жизнь, насаждаем великолепие, насаждаем прорыв, насаждаем жажду по Богу, насаждаем веру в сердца людей, насаждаем братскую любовь, насаждаем взаимодействие, насаждаем взаимопомощь. Аминь, аминь, аминь. Мы это делаем во славу Господа, во славу и величие Господа, во славу и величие Господа. И Царство Божье, обладающее силой, оно приходит на эту территорию, оно приходит в Крым, оно приходит в Керчь, оно приходит в этот мост, оно приходит в эти зоны. И я благодарю тебя, что за короткий срок был восстановлен газ, который был разбит когда-то недавно. О Боже, я благодарю тебя, что это было твое чудо, когда сами строители удивлялись тому, что ты делал. Господь, спасибо тебе, слава тебе, что ты позаботился о жителях и отдыхающих. Слава тебе за это, Господь, слава тебе за это. Это, любимый, слава, 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 что нам твой прорыв так нужен во все сферы. Раварда, гота, лида, палаварда, глэри, клата, плэжас. Аллилуйя, Джизус, майгата, лавина, клиса, фортаса, дестаса. И мы хотим тебя прославить, и мы хотим это сделать прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Сейчас будем, друзья, споем это здесь, на Сионе, там, на Сионе положен камень. Потому что мы на самом деле верим в такого Бога, который достоин этой хвалы.
вся слава лишь Тебе. Спасибо, любимый, спасибо. Ты даешь своему прорыву быть. Я благодарю тебя, что не может устоять никакая нечистая сила, никакая. На всех уровнях ты не можешь устоять перед хвалой и славой великого Бога, перед Его великолепием, перед Его величием, перед Его могуществом. Ты не можешь устоять. О, спасибо, Иисус, спасибо, родной, спасибо, любимый. Я за все тебя благодарю и поклоняюсь тебе во имя Иисуса. Аминь. Я получила такое откровение от Бога, что, вот помните, Господь сказал сразу, да будет свет. Так вот этот свет появляется тогда, когда мы произносим хвалу. Если трудно, если тьма сгустилась, что у нас, где у нас свет? Он внутри нас, Господь в нас. Начинаем хвалить, свет зажигается, радость приходит, победа! Так что... Просто благословляю каждого, и себя в том числе. Сразу хвалите Господа. Тяжело, я понимаю, мы все проходим это. Но поднимись, воздай хвалу, и получишь награду. Аминь. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе. И поддержу тебя десницей правды моей. Вот, сейчас я произнесу приговор. Вот в стыде и посрамлении останутся все, раздраженные против тебя, будут как ничто, и погибнут припирающиеся с тобою. Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих против тебя. Борющиеся с тобою будут как ничто, совершенно ничто. Ибо я Господь, Бог твой. Держу тебя за правую руку. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Вот я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мекину. Ты будешь веять их, как и ветер развеет их, и вихрь развеет их. А ты возрадуешься о Господе и будешь хвалиться святым Израилевым, святым в России.
Мы будем похваляться Богом нашим, друзья. Будем благословлять нашего Бога в каждом дне, в каждой ситуации. Слава Богу за Его пути, за Его прорывы, за Его возможности, за Его любовь, которую Он нас все время хочет окутывать и говорит: не бойся, я с тобой, не бойся. Он знает, что мы проходим, что человек, он слаб, бывает по ситуациям, но не бойся, не бойся. Главное, страх не пропускай, потому что это то, что вытесняет веру. А когда вера вытесняет страх, вот это наш вариант. Может подбираться где-то, а веру поднимай через хвалу, что мы сейчас слышали. Престол ставим на это место, и все, и убирается с дороги враг. Давайте благословим служение предстоящее и благословим перерыв. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что для нас это привилегия стоять пред Тобой там, где Ты. Там, где Ты обитаешь, там, где Ты трудишься, там, где Ты творишь свои великие планы и дела. Я Тебе благодарна за то, кто Ты для нас был, есть и будешь. Я благодарна Тебе, потому что на самом деле Ты уже наперед нам сказал: не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я благодарю Тебя, что мы отказываемся от любого страха, отказываемся от любого смущения и не пропускаем ни одни приговоры дьявольские в свою жизнь и в жизнь народа и страны. Не пропускаем. Во имя Иисуса Христа мы поставили там крест, мы выстроили там стену, а в которой Он обломает все, что у Него есть, и копья, обломает все свои инструменты, обломает все свои зубы и когти, обломает все рога свои, обломаешь чистый мир, обломаешь, потому что там стена стоит крепкая, непоколебимая, там уже стена стоит. Майгута лата сарабис прайс. Майгута лавита пладасу либо секюра геркредасом. Майгут лавира пластас антелиглайс. Я благодарю Тебя, Небесный Папочка. Я благодарю Тебя, что мы говорим: накрой стол в виду врагов и то, что является Твоей трапезой Нового Завета. Накрой для нас, Господи, накрой эту трапезу торжественности, накрой трапезу Твоих путей для населения. Я благодарю Тебя, Супергат Равира Клидов Лерри Плестасом. Майгут Равира Камана Гита Риварда Глери Палафарда Рапина Пластас. Мы принимаем здравый смысл. Мы принимаем мудрость, которая контролирует наш разум. Мы принимаем небесные потоки, чтобы правда Твоя, утверждающая престол, утвердила в городах и в стране нашей. Я благодарю Тебя, что мы благословляем предстоящие служения. Мы молимся о безопасности. Мы молимся о возможностях. Мы молимся о волнах эфира, чтобы все это заполнялось и заполнялось живыми потоками. My blessing come on Agita Rivarda, Glory Clada Plasta. И я благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю за все, что Ты делал, делаешь и будешь делать. Мы стоим перед Тобой и говорим: Боже, наполняй сердца хвалой, наполняй атмосферу радостью, наполняй сердца вместимостью, наполняй разум, посвященный Тебе, подконтрольный небесам. Поэтому все, что там может быть в смятении, мы это вытаскиваем и говорим: забери это. Забери на крест, чтобы оно не управляло мыслями, чтобы оно не направляло потоки сердец людей, но чтобы, Господи, только Твой поток, только Твой ветер, только Твоя слава Святого Духа нас туда направляет. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что мы, стоя перед Тобой, утверждаем Тебя и волю Твою на этой земле. И говорим: Дух Святой, помоги нам быть в центре Твоей воли во все дни жизни нашей. Всегда, от века в век, пусть слава Твоя только растет и умножается. Я благодарю Тебя, драгоценный, любимый и вечный. Я благодарю Тебя, сильный и могущественный. Я благодарю Тебя за время до этого момента дошедшего. Но мы благословляем остаток ночной молитвы. Мы благословляем сейчас этот перерыв. Мы молимся, чтобы ничего не было растрачено, а только усилено. И благословляем всех, кто еще придет после перерыва Тебе поклониться. Мы благодарим Тебя, потому что Ты один, но можешь все совершить в великой славе и великолепии Своем. Поэтому совершай. Совершай дела свои на земле через нас, а не без нас. Благослови нас быть там, где Ты хочешь, чтобы мы были. Благослови делать то, что Ты нам поручил. Благослови не молчать, а говорить и возвещать дела Господни, умножая Твою славу на планете Земля, исповедуя каналами то, что Ты хочешь наполнять, как рвы за рвами. Мы копаем своими словами, исповеданиями, молитвами, танцами, поклонением, прославлением. Мы исповедуем, а Ты творишь. И я Тебя благодарю, поэтому говорим: да будет свет. Да будет свет, а тьма уйди с дороги. Хвала умножай, приход славы на эту землю, царя царей.
благословляю этот перерыв и завтра, и последующие служения. Все отдаем под Твою власть и могущество. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всем благословенного времени восстановления.